Мое имя Марьян и фамилия Фельдман. У нас не употребляет отчество. Я родился в Варшаве 22 октября 1922 года. Мои родители были, значит, отец был бухгалтером и частично журналистом. Мама была, она, в общем, занималась с нами. Я имел сестру, немножко старше от меня, она рождена в 1919 году. Но мои родители, в общем, были бундовцы. Они где-то в этой партии там действовали. Но больше всего, во-первых, мой папа там, он работал в еврейском журнале Volkszeitung, а мама была потом еще даже советником в городском совете в городе Луцк, где мы жили после. Я родился в Варшаве, но мы жили в Варшаве более-менее, когда мне было 8 лет, потому что я был слабый, здоровье мое было слабое, и врачи советовали, чтобы уехать с Варшавы где-то на свежий воздух, как говорили, и мы перенеслись в город Отфоцк. А более правильно, мы сняли квартиру там в одной вилле, потому что там были вилли, у доктора Вручинского. Это было на границе между Отфоцк и Шрудборов. Шрудборов – это тоже такая местность, там леса, там более иголочные леса. На сосна, елка, так что мы там жили. И мы там жили до 30-го года, 1930-го, конечно. В то время мой отец получил работу, и, в общем, от джойнта еврейского, как, но он там закладывал, а потом управлял банками. Банки были для евреев. И они кредитовали там разных ремесленников, купцов и так далее. И то таких звали банк Людовый, банк Купецкий. Ну и он там работал. Мы там были до 1938 года. 8 лет. Но потом эти банки имели трудности, потому что брать деньги каждый хочет, но давать не особенно. Но потом кризис был тоже, и еврейские эти купцы, ремесленники не имели денег. Так что отец стал ликвидатором этих банков. Я не знаю, как это на русском будет, на польском «синдик массы упадвощи». В 1938 году это все кончилось. Так же. И он уехал в Варшаву искать работу. И в Варшаве нашел работу бухгалтера в еврейском, в еврейской газете «Der Moment». Это не была бундовская газета, это была сионистическая газета. Но он был бухгалтером. Так что моя судьба связана с этим, потому что, во-первых, я ходил в начальную школу в Луцке,
потом гимназию в Уцке. Я кончу эту гимназию. У нас была система другая, как в Советском Союзе. У нас было 4 класса гимназии, а потом был лицей. Два класса. Ну и когда я был в первом классе лицея, я уехал. Значит, мы уехали из Варшавы. Мои родители уехали, они меня оставили там. Я ликвидировал все и уехал тоже в Варшаву. И там стал ходить уже. В Уцке я ходил, не знаю, как мне это моим родителям удалось, но ходил в государственной гимназии и лицей имени Тадеуша Костюшко. Это было. Я даже имел там какую-то скидку на оплату. Но в Варшаве уже это не удалось. В Варшаве я попал в лицей Лаор. Лаор. Это был еврейский лицей. К нему, между прочим, тоже ходил Марек Эдельман, известный человек, да? Только он был выше класса. Ну и я там был, когда началась война. Началась война. Как у нас, в Польше, знаете, 1 сентября 1939 года, 1939 года, немцы напали на Польшу. Стали бросать бомбы. В общем, было очень трудно. Но я не хотел ходить в подвал. Я спал в своей кровати. Но 7 сентября полковник такой был Умястовский, он говорил по радио и сказал, что все молодые люди, которые могут двигать оружие, пусть уходят из Варшавы. Что было нехорошо, потому что Варшава оборонялась. А он сказал, что не будет, что будет открытым городом. Но, и ко мне приехал мой друг школьный, Рафал Бурштин, его фамилия была, приехал он на велосипеде и сказал, нам надо уходить из Варшавы, потому что мы ведь были в военном приспособлении, у нас было такое. Мы были до войны, где-то в 1939 году, летом мы были в таком лагере, военным, где нас там учили разных, между прочим, очень полезных вещей, потому что они мне потом пригодились в моей жизни. Ну, в общем, мы там получили. Он мне сказал, бери пояс, да, что у нас еще была лопатка, было это на снаряды там. И был рюкзак. И уезжаем из Варшавы на велосипеде. Но как моя мама как-то очень была мудрая женщина, потому что она мне в последний момент еще в этот рюкзак вложила буханку хлеба, которая нам очень-очень пригодилась. И мы выехали из Варшавы. Мы ехали. Это была большая очередь. Тысячи людей выходили разные, там пешком, на велосипедах, детские коляски. Все это двигалось шоссейной дорогой на Люблин. Из Варшавы через мост на Люблин. А немцы, немецкие самолеты летали над нами. И просто с пулеметов косили все это. Потому что, кажется, уже в первый или там второй или третий день вся польская авиация была уже
приземлена. Уже не было. И, но мы на велосипедах мы спасались, потому что мы убегали на мокрый там. Но мы решили, потом мы сидели ночь в Гарволе, около городка, так, городок Гарволин. Он горел, мы только видели это, и там вот наш хлеб пригодился. Мы на сене там, был сток сена, мы там сидели. И мы решили там, что мы не будем дальше ехать этой дорогой на Люблин, потому что там слишком много людей, и немцы там. И мы в городе, в такой городок Рики, мы повернули. И повернули мы на Любартов, Хрубешев, Владимир Воинский. И мы там ехали на велосипедах. Мы прибыли, и так как мы жили до войны в Луцке, так мы дома сказали, что если мы встретимся где-то после войны, все думали, сколько она может длиться. Месяц, ну, 3 месяца тут. То мы встретимся в Луцке. И мы поехали в Луцк. Мы приехали 13 сентября. Все было позакрывано там. Но в одном окошке просвечивалось свет. Там были, конечно, доски закрыты. Мы стали стучать. Оказалось, что это мой коллега, друг из начальной школы. Там сидит Бепчо Башук, его фамилия была. Башук. Он был сам. Вся семья уехала, убежала в деревню. А он там сидел в этой... Это был ресторан. Но у него хлеба, конечно, не было. Но были сардинки, был алкоголь. Так что мы там сидели. Сидели мы там до 17-го. 17-го пришла Красная Армия. Но они были очень дружественны. Они раздавали хлеб, там, разговаривали с людьми. Это, что все у нас в Польше говорили, что у них танки и из картона, что у них там винтовки не на ремне, только на веревке. Это все было неправда. Но сначала было все хорошо, и даже можно было еще ездить через границу. Я еще вернулся, чтобы забрать маму, но не удалось. Не удалось, потому что, во-первых, уже никого не было. В то между время отец мой вместе с одним знакомым, тоже журналистом, потом очень известным, Ежи Борейша был президент общества читальников в Польше. Они купили пару лошадей и решили ехать на границу. А сестра моя их провожала. А когда они были уже на границе, в Малкине, она решила, что она с ними уедет. И мама осталась сама. Значит, сама. У нее были там родители, у нее были сестры, у нее были братья. Потому что, знаете, раньше были еврейские семьи, были очень большие, у них было что-то 6 или 7 этих семьер, двух братьев. Один был очень известный человек, это был Натан Шафран. Он был мундист такой, видный, в общем, был послом в парламенте. Он был выбран, потом был тоже советником, Совет Варшавы. Но не вышел, потому что это наше. Может быть, я слишком много говорю, нет.
И он убежал тоже из Варшавы, он убежал в Вильнюс. Его история, это тоже в моей книге. Но мы, кажется, 7-го мы выехали, и мы до 13-го, как я сказал, ездили в Уцке. И потом я приютился у моих, у наших знакомых, довоенных знакомых. Бруман их фамилия была. Этот Рафов где-то потерялся, я его потом уже никогда не увидел. А я там остался. И вернулся в Варшаву, как сказал, и обратно приехал. И стал ходить, открылись школу. Из нашей школы сделали 10-летку. И наш второй класс лицея, это был 10-й класс 10-летки. Но были очень смешные вещи, потому что нам прислали там такого директора-чиновника, который притворялся, что он говорит на польском языке, что он польского происхождения. Но он так говорил на польском языке, что он там про Ленина, то, что говорил, была какая-то годовщина, не помню. Но мы почти не могли удержаться от смеха, как он там говорил. Но во всяком случае, я получил аттестат зрелости. Но там была такая история с девушкой одной. В Варшаве у меня тут была, в общем, такая, как сказать, любимая девушка. Она была русская, Катя. Она была дочь царского генерала. Навроцкая фамилия. Мы ходили с собой, знаете, мы были дети, молодежь. Но и мы в последний, еще когда уже было темно, значит, затемнение, мы еще в Саском огороде, саду Саском, мы еще сидели и целовались с ней. Но потом я с ней расстался. После войны она оказалась в Америке. Мы писали письма к себе. Но там в Уцке была беженка из Сосновца. И имя было Блуман. И на польском называли Квеча. Квета. Она за мной ухаживала, когда я был больной. Но я влюбился. В 40-м году их забрали в Сибирь. И тут я должен сказать, что было несколько волн таких отъездов в Сибирь, когда НКВД забирало людей. Да, надо, во-первых, сказать, что сестра моя приехала где-то в конце этого года, а потом приехал мой отец. И потом была паспортизация, называемая, советская. Мы получили паспорта с сестрой, потому что мы были граждане, ведь мы жили до войны там. Отца моего призвали, который приехал из Белостока, призвали в НКВД, чтобы взял паспорт. Он убежал. Потому что, наверное, если бы там пошел, его бы уже не пустили. Он, во-первых, как директор банка там, во-вторых, бундовец. Так что он убежал. Там было такое поместье. Граф князь Радзивилл Овойка,
Это было за 40 километров от Луцка. И в этом поместье, там, дворце, сделали детдом, где там, не знаю сколько, 80% это были еврейские дети, потому что местечко, конечно, было почти еврейское, не украинское. И он там приучился как бухгалтер. Никто там его не спрашивал, паспорт, не паспорт. А мы были в Луцке. И там стали забирать людей. Где-то в начале 40-го года, где-то это был, наверное, февраль, март, что-то такое. Первая волна людей, которых НКВД погрузило на вагоны в эшелон и выслало в Сибирь, это были богатые люди. Помещики, купцы, между ними тоже еврейские купцы, еврейские предприниматели, ну, там у меня знакомый был, он имел мельницу там. А потом взяли их себе, потом взяли семьи этих, которые были в Катыни. Мы, конечно, не знали про Катынь ничего, но забрали этих всех польских чиновников, офицеров. А потом была такая история, что не знаю, до сих пор не могу вам сказать, или это была провокация, или это было ненамеренно. Потому что советские власти в то время, знаете, подружились с гитлеровцами. Сталин там с Гитлером. То. И он даже, мы даже ходили протесты делать, потому что все ехало там. Ехали вагоны, полные зерна, угля, бензина. То все в Германию отправляли. И они как-то объявили, что беженцы, которые хотят вернуться на свою родину, ну, там, где занято было через Германию, должны записываться. Их отправят. И очень много людей записалось. Хотя должны были создавать, что там у гитлеровцев не будет евреев хорошо. Но, знаете, там тут тоже не было хорошо. И потом люди хотели домой. И они потом всех эти по спискам очень аккуратно всех забрали, погрузили на вагоны и выслали в Сибирь. И вот моя эта девушка очутилась где-то 200 километров за Томском, еще где-то в тайге. Мой племянник, который тоже был там беженец Варшавы, его тоже, он очутился в Осино, это около Томска. Так что ну, уже этих людей не было. И мы так жили до 41 года. Я поехал во Львов, я там поступил на политехнический институт, Львовский политехнический институт, но чувствовалось, что это все временно. Так что где-то в апреле, в мае, не помню уже, 41-го года я вернулся в Луцк. И там был с сестрой и с ее ребенком. Очень трудно нам было жить там. В общем, комната у нас была такая плохая, там где-то в старом городе. Нечего было кушать там. Она там что-то зарабатывала. Ну, в общем, мы ездили во Львов, возили водку. Значит, водку из Львова в Луцк, потому что во Львове была фабрика, там, Бачевский.
так что торговали, чтобы жить. А потом 22 июня 41 года рано утром вдруг немецкие самолеты бросают бомбы. Я смотрю на небе сражение советских, это красные армейские самолеты сражаются с немецкими. Но немцев было столько, знаете, что, в общем, там. Ну и все эти чиновники советские, которые были, стали удирать, убегать там. Мы с сестрой решили, что нечего сидеть там, только надо соединиться с папой. Ну и мы где-то на третий день войны мы пошли пешком эти 40 километров. Он отдвигал ребенка, а я какой-то вещи там. И мы пришли в это там место. Но как мы пришли, прибежали украинцы, знакомые там, и сказали: вы лучше отсюда уходите. Здесь будут резаты, показали. Ну, конечно, кто? Украинские, это УПА. Так что мы решили, слава Богу, у нас были лошади там, в этом доме. Были подводы. Мы ночью запрягли лошадей, подводы и погрузились. В одной подводе был я, значит, мой отец, сестра и с ребенком еще одна учительница из этого детдома. А на других еще три подводы. Были дети там, были... Тоже были припасы, был увёз для лошадей, там, сечка, то. Но уже в первую ночь, когда мы выехали отсюда, мы попали на большое танковое сражение. Это была местность, которая название есть Янова долина. И там было сражение ночью и, ну, на рассвете просто. И наши лошади вынесли нас отсюда. Они сами спасались, да? Тянули нашу телегу. Где-то на какую-то дорогу мы выехали. Но мы потеряли все, всех этих наших товарищей. Никого больше не видели уже. Мы ехали на восток, приехали на бывшую польскую советскую границу. Стоят пограничники, не пускают нас. Но не пускают, так мы установились. На следующий день не было уже никого, ни одного пограничника. Мы переехали границу, поехали дальше. Но что было делать? Только наши лошади были очень слабые, питались травой. Так что, когда они слабели, там уже колхозы были, знаете, за советскую границу. Я ходил ночью на поля и крал лошадь. Запрягал, нашу оставлял, запрягал там. И мы ехали. Мы так ехали, ну, несколько, я не знаю даже точно сколько. Но где-то уже был июль, конечно. Мы очутились на Украине, где-то недалеко от Чернигова. Уже у нас не было ни хлеба. Я пошел искать что-нибудь там. И как я пошел в этот городок, я иду, а тут я наткнулся на советскую часть.
Они меня поймали. Они думали, что я местный житель. И мне командир спрашивает, я не знаю, командир, какого он ранга был. Они тогда имели, знаете, разные ромбы, там, эти треугольники. Он меня спросил, он думал, что я местный, он меня спрашивает, где мы? А я его спросил, есть у вас карта? И он имел карту. Мапник имел карту, сотню, хорошую карту. А потом я спросил, есть у вас компас? Он тоже имел компас, только он не знал, как это, этим пользоваться. И как я ему уставил и сказал ему, вы около города, городка Козелец Черниговской области, он мне сказал, вы шпион. Конечно, значит, это бы было в сталинское время, это же был сумасшедший, это всех шпионов искали. Но я стал ему как-то уговаривать его, очень плохим моим украинским языком, потому что я учился в школе украинском, у нас в Уцке был украинский. И что я еврей, что я из Польши, что я не могу быть шпионом для нацистов, то другое. Он это все выслушал и сказал, тогда я вас мобилизую лично. Будьте бойцом Красной Армии. Вот вам гимнастерка, вот вам винтовка. Все. Беру вас в ряды нашего отряда. Вы пересядьте сюда тогда. Потому что получается, что на вас тоже смотрят. Ну, прям с креслом пересядьте. Чайку, может? Чай? А, чай, да. Глоточек. Глоток. Да. Наоборот, не хотел мешать. Да нормально, вы уже прям здесь уже практически. Нормально? Да. Знаете, я был. Мне было 19 лет. Еще не было даже 19 лет. Только в октябре я 19 кончил. Я был отчаян. Я ему сказал, ну хорошо. Товарищ командир, но прошу вас, возьмите мою семью. И он согласился. Он согласился. Может быть, он видел этого грудного ребенка у моей сестры. В общем, этот батальон, он был где-то отряд в силе батальона. Он был хорошо... У него было маленькое орудие, небольшое орудие. И там был пулемет был. Пулемет как на тачанке. И была машина, грузовик, где были снаряды до этого, до орудия. И он сказал, ладно, пусть он... Залезают там на грузовик, на снаряды, и мы поехали. В то время, конечно, все было это тайной, знаете. Но я узнал, что это был, он мне сказал, что 126-й пехотный полк. Ну, что, знаете ли, то правда была. Но у нас был приказ, чтобы пойти в Киев. И защищать Киев. Но мы в Киев никогда не добрались, потому что немцы окружили Киев. И мы только где-то они на нас нападали, а мы сражались. В общем, мы, как-то говорили, отступали в бою. И мы так шли, знаете, из Чернигова, это север Украины, до Полтавы, это юг. А из Полтавы в Донбасс. Немцы рано. Раз были за нами, раз были перед нами. А мы потом прошли пешком еще весь Донбасс. Там я помню эти
города, который теперь там очень славный, да? Так, Макеевка, там Горловка, Луганск, вот в то время он был Ворошиловград, Сталину. И мы так шли, а наконец мы вышли на станцию Возовая. Это была такая перекрестная станция. И там мы сидели на площадке. Немцы еще летали, стреляли нам, а потом подставили нам эшелон. Ну и все бросились, конечно. Так, я говорю, что я не знаю, как я очутился. Я очутился, на мне было 4 человека еще. Ну, потом мы как-то уже устроились, и мы поехали через Волгу. За Волгой уже не было немцев. Они там не летали. А мы через Волгу ехали, и мой отец говорит, да это и учительница, говорит, дома смотрите, вот Волга под нами. А она говорит, дайте мне спички, потому что я ничего не вижу. Она не знала, что это Волга. И мы так ехали до Новосибирска. Мы не знаем, сколько, несколько недель. Самый страшный, который там случилось, это было, когда моя сестра потерялась по дороге. Знаете, там, ну, надо было этого эшелон. Он, когда он трогается, когда он встает, никто не знает. Она вышла, может быть, там за физиологических потреб или за кипятком. Ну, в общем, вдруг мы учутились этим ребенком без бутылки, без молока. Знаете, потому что на грудью кормил. Но как-то хорошие люди были где-то по дороге, нам дали, знаете, одно и другое. Но после каких-нибудь 10 часов она нас догнала. Потому что эти эшелоны, они стояли где-то. Мы добрались до Новосибирска, пошли в баню первую, конечно. А потом все ехали в то время уже в Ташкент, там, знаете, в Самарканду. Потому что был после договора генерал Сикорский, майский. Они сделали договор, и потом была амнистия для польских граждан. И все из севера, там, где были... но на далеком, на севере, то они все, ну, только чтобы было тепло, да, ехали там в Узбекистан. А мы решили, и это было мудрое решение, потому что там потом был голод такой, что невозможно. Мы решили ехать в Алтайский край. И мы поехали в Барнаул, потом в Рубцовск, город Рубцовск. Он в то время назывался еще Рубцовка. И потом нас повезли в деревню Новая Егорьевка. Теперь Новоегорьевск. И там мы, в общем, мы получили хату, дали нам солому, тут кто-нибудь принес нам самовар, а кто-нибудь принес нам горшок. В общем, хорошие люди были. И мы так начали жить там. Отец пошел работать в промкомбинат, а я поехал в Томск. Потому что я знал, что моя эта девушка, Кветя, с семьей, они должны возвращаться через Томск, и нет другой дороги. Я сидел, я как-то раз... В общем, я это описываю. В Новосибирске на вокзале я встретил моего
коллегию там из школы моей. И он, я о нем пишу, его фамилия была Тарнавский. А он в своей книге, он написал книгу на английском языке. Он напечатан в Эдинбурге, в Шотландии. И он там пишет обо мне. Интересно, да? Он пишет, что мы, он пишет, что мы встретили в Екатеринбурге. Я в Екатеринбурге никогда не был. Но это ему что-то там. Ну, в общем, мы встретились в Новосибирске. Он мне уговаривал, чтобы ехать в польскую армию. А я ему сказал, что я не могу, потому что я ищу свою девушку. А они ехали на юг. А я ехал на север. Так, чтобы... И он пишет, что я в советском мундире. Я был гимнастер. Я надел гимнастерку, то, что имел на той еще части, чтобы ехать, потому что, в общем, в то время ехать нельзя было так нормально гражданскому человеку, а военный, то это военный. Я поехал в Томск. Там несколько дней лежал на дворце, и они приехали. И мы там, ну, обстановка была очень трудна. Нам, правда, удалось получить комнату, с которой нас на следующий день хотели выгнать. Но мы ночью с этой девушкой пошли к начальнику милиции. Занесли ему бутылку водки. И он так посмотрел на девушку. Девушка была хорошая. И он... А мы написали так. Он там прибил печать. Приписать. Когда они пришли нас выбрасывать, мы уже у нас была бумага. Ну, знаете, там было нас что-то 8 человек в этой одной комнате. Правда, комната была 4 окошка, там, в общем. Но там были ей родители, сестра, брат, потом какие-то дяди двух, в общем, ну, полно. Есть было нечего. Мы стояли в очереди ночь, чтобы получить буханку хлеба. Мы ходили на поле там картошку копать. Картошка была промерзшая уже, потому что это был уже, наверное, это был, наверное, октябрь уже. Работы не было. Ну что, в общем, что я мог делать? Я ничего так не знал. Русский язык мой был очень плохой. Так что, я хочу жениться, но родители не разрешили нам, потому что мы были слишком молодые, и в общем у нас не было никаких возможностей просто. Ну, я решил вернуться там, в Новоегорьевск. Я поехал в Новоегорьевку, их оставил. Они потом из Томска уехали где-то в Краснодарский край, разрешили. В общем, они там... Сначала мы там жили в этой синагоге. Нас принял Шамес, но он имел частное предприятие, ателье, где делал старых вещей новые. Так что он нас хотел, чтобы мы ушли. Но я там потом, я приехал, стал работать. Работал я в столовой, это мне было плохо. Счетоводом. Но столовая началась, там было щи с мясом, а потом было только щи без мяса. А потом не того, этого щи уже не было. Накрывать столовую,
меня мобилизовали на работу в колхоз. И дали мне очень тяжелую работу, потому что они меня посадили на машину, которую называли «Вобогрейка». «Вобогрейка». Не знаете. Это был конная машина, которая резала хлеб, да. Жатка, да. Но все было хорошо, пока мы колося резали. Но когда мы стали подсолнух резать, а там был подсолнух такой, знаете, саморастущий. Потому что если в один год его срезали, там осыпали зерна, они потом сами выращивали. Это было для скота потом делали. Но у меня, в общем, не было уже кожи. Да. Так что страшно было. Но потом там я попал на лесорубку, потом мне какой-то... Я приписывали к лошадям, но я с ними поссорился, потому что я не разрешал брать. Я кричал, когда они брали в день те же лошади на работу. Я им говорил, что надо, чтобы лошадь отдыхала один день после дня работы. А они мне говорили, а что твое дело? Это колхозное. А я говорю им, колхозное, значит, ваше тоже. Ведь это кооператив. А он говорит мне, где это? Не мое колхозное, пусть пропадает. Вот и меня выбросили с этой работы там. Ну, я додумал себе какой-то трик сделать. Просил сестру. Я там по воскресеньям ходил обратно в Егорьевку, там было километров 12, кажется, или 15. Я попросил, чтобы она выслала телеграмму. Польское правительство срочно требует тебя в армию. Ну и они меня провожали, дали мне буханку хлеба и, в общем, в армию. Ну, конечно, я пошел за разрешением, чтобы ехать в польскую армию, в НКВД, но меня, конечно, прогнали. Никакого разрешения не дали. Так что я стал работать там. Но потом нам как-то повезло. А, в общем, была такая история. Мой отец работал там на там промкомбинате. Как-то прислали нам постав сукна, не, дрелиха, чтобы шить на промкомбинате мундиры. Там гимнастерки, брюки для армии. Конечно, кто пришел первый? Все начальники там, начальник НКВД, начальник там, судья, сельсовета, там, горсовета. И все требовали, чтобы им ушить костюм. Что мог делать начальник промкомбината? Его фамилия была Фролов. Он им давал это. Они, конечно, не платили ни копейки. Но мой отец, видя это, он пошел к этому начальнику, попросил, чтобы он им тоже разрешил ушить для себя и для меня так, брюки и настерку, блузу. Мы были оборваны совсем уже.
И он написал там резолюцию, шесть друг. Но мой отец был, знаете, привыкший к польским условиям, учтивый. Он записал это на свой счет, что он в долг своего счета, что он с зарплаты уплатит, там 8, было что-то 800 рублей с чем-то. А потом все это обнаружилось. Конечно, взяли этого фрова, этого начальника. Документов никаких не было, но нашли только это у моего отца. Так что взяли его, посадили. Он получил 4 года, а Фролов 6 лет заключения. Ну и когда его забрали, мы даже были довольны, знаете, почему? Мы очень боялись, что они где-то нашли, что он был бунтовцем. А это было бы самое хуже, потому что тогда 58-я статья, а тут то было криминальное дело. Так что он получил такое это. И он сидел в лагере, в Барнауле. Его забрали, пешком они шли, этапом, как то так звалось. И из этой Новой Егорьевки, потом, не знаю, кажется, в Рубцовск, а потом на поезде. Ну, в общем, мне как-то потом удалось поехать в этот лагерь. И мне пустили. Знаете, я не мог по-другому поехать, я нанялся как кочегар в локомотиву. И всю ночь бросал уголь, на утро побылся, пошел в этот лагерь, и они меня пустили там, чтобы затем поговорить, потому что мой отец в то время работал там у них как бухгалтер, он был хороший бухгалтер, он еще с царских времен там. Но у него была голова как баня, знаете, баня, я говорю на польском. Да, такая, потому что он опух от голода. Там же им не кормили, их вообще очень плохо кормили. Так что я там побыл и вернулся. Что-то оставил, не помню, или он мне что-то давал. И я вернулся в эту Новую Егорьевку, и тогда у нас было поле, мы там имели кусок огорода, и сестра моя там посадила там картошку, то арбузы, но никто не хотел нам помочь, чтобы мы забрали это, собрались, а тут сентябрь. Вторая половина сентября, все замерзает весь там. Там мороз уже. Если не выкопишь картошки до половины сентября, она промерзнет в земле. Ну и в то время нашелся хороший человек. Как мой сын пишет здесь на обложке этой книги, он пишет, что меня спасло немного счастья, конечно, то всегда надо, и хорошие люди, которых я встречал на своей дороге. Вот нашелся там начальник земельного отдела, я помню, Филипп Михайлович Нефьодов, который нам помог. Он нам дал лошадей, пару лошадей и телегу, мы свезли все это, у нас была картошка, у нас там были другие продукты. А потом он мне сказал, знаешь что, мой дорогой, если тебя мобилизуют в колхоз, то лучше всего поехать самому в колхоз. Я тебя направлю, потому что я начальник земского отдела, я тебя направлю в колхоз.
а ты сделай с ними договор. Ну и мы там, он меня направил в колхоз «Большевик». Я сделал с ними договор. Они мне платили 300 рублей, правда. Эти 300 рублей все уходили на налоги. Военный налог, там, знаете, холостяцкий налог. Но что они мне платили? Это было 50 килограмм пшеницы или муки в месяц. И это было самое главное. Так что я там стал работать. Потом была такая там одна польского происхождения, следователь Галина Пухальская, которая послала мне на инспекцию, другой колхоз. В этом колхозе было такое дело, что кладовщик, нашли кладовщика пьяного, спящего около магазина, и ключи у него, около него лежали. Так стали перевешивать все зерно, там было. Конечно, не было недостачи, а была надбавка. Надбавка была еще хуже. Его там приговорили. А мне хотели прикупить, значит, чтобы его оправдать, хотели, чтобы... Они мне приносили мешок зерна. Я тогда спросил эту Галину, она мне посоветовала, что делать. Идите на почту, переведите, сделайте перевод на деньги, сколько это стоит там по официальной это, цене, на колхоз. И когда было дело, они меня хотели в эту... Дело там, я показал эту квитанцию из почты. Ну, все, уплачено, да. А знаете, в то время было так, что зерно, конечно, по государственной цене было там несколько рублей, а на рынке было килограмм, было 100 рублей. Так что, ну и я потом продавал это зерно, которое я имел, я мог купить себе фуфайку, купить себе ватные брюки, валенки. Но потом в этот колхоз вернулся бухгалтер. У него было, глаза до не было, как-то на фронте. Он из фронта вернулся. Но Филипп Михайлович меня перевел в другой колхоз. Был, кажется, именем Калинина. И... Но там было хорошо. Я вам расскажу эту историю, потому что эта история очень интересна. Там вернулся как раз председатель. Из тюрьмы, в общем, из лагеря. Он отсидел 3 года. А его посадили, Иван Алексеевич, очень хороший человек. И за что его посадили? Его посадили по делу Лысенко. Лысенко, помните, это был такой псевдоученый. Стали в Сибири, ведь он говорил, что он учил Лысенко. Что все это окружающая среда. Гены – это неважное дело. Можно приучить до всего. Так они взяли что? Взяли овцы, мериносы из Кавказа, прислали в Сибирь, чтобы они там привыкли. Ну, там были, конечно, овцы у нас. У нас было в колхозе овец, я не знаю, сколько, может быть, несколько тысяч. Но они жили в степи. У них была толстая эта шерсть.
И когда они там были зимой в кошарах таких. В общем, никогда не были в тепле. Они сбивались там, все одни к другой. И утром воды ведь тоже не было в степи. То они глотали снег. Но им ничего. Но эти мариносы, которые делали то же самое, они падали. И там несколько сот этих овец пал. Ну, конечно, сделали дело. НКВД, саботаж, то, другое. Посадили человека. Но его жена была зоотехник. Она не далась, она взяла эти павшую овцу там, или две в ящик забила и выслала в Москву, в лабораторию. В Арнаулу нет, потому что там бы все замотали. Ну и потом пришло решение, значит, там они обследовали, что овцы, у них было воспаление легких. Ну, конечно, потому что они не привыкшие к этому, к этих условиях. Его отпустили. Ему даже там и лагеря не было, он был кучером у начальника. И он мне сказал, когда он в наш колхоз поступил, значит так, ему, во-первых, ему сказали, ты хочешь на фронт или будешь председателем колхоза. Конечно, ясно, что он выбрал. И он мне сказал, знаешь что, Марьян, он мне говорит, мы тут будем все равно, будем жить. И мы с ним вот выходной день мы ездили в город Рубцовск, там, в постоялый двор, мы там в баню ходили, ели, пили. Но у нас были, он сделал там убойню, такое впечатление, знаете, из этих колхозов. Один колхоз был из бедняков, а он был, конечно, и советская власть, она и всегда помогала этим колхозам из бедняков. Они ведь попирали этих, поддерживали этих бедняков. И он все равно был бедный, потому что они не были бедняки в Сибири, потому что они были бедняки. Но по каким причинам были бедняки? Или больные, или там инвалиды, или вообще пияки, которые не хотели работать. А этот второй колхоз, где я был, это был Середняков. И у них совсем по-другому было уже. Дома были хорошие, хозяйство, потому что это были хозяева. Они в Сибири раньше, до революционных времен, они воспитывали лошадей. У них были прекрасные лошади, и они их продавали на Ближний Восток. Разным этим шейкам там дальше. Они продавали эти лошади и жили довольно хорошо. А потом еще одно было. Царские власти давали каждому крестьянину, который хотел поселиться в Сибири, давали 10 десятин на каждого мужского потомка. Так что они были довольно богаты. И самое, по моему это мнению, одно из самых больших преступлений большевиков, это было переделать и крестьян в рабов. Потому что у нас в Польше этого нету. В Польше не удалось сделать колхозов. Когда где-то в 50-х годах
хотели делать колхоз, крестьяне вышли с вилами и прогнали их. Кричали, вы только что нам дали землю, потому что там разделили землю, делали реформу, там, помещичью землю, а теперь хотите нам забрать, идите к черту. И не удалось. А вот здесь они переделали этих крестьян, отучили их работать, отучили их любви к земле. Ведь крестьянин не работает, потому что его кто-то выгоняет на работу. Он выходит на поле и видит, что надо то и то сделать, и его земля просит. Да? То же самое скот. Он ухаживает за скотом, потому что это его. Он его любит. Между прочим, вы, может быть, знаете, такой фильм был после войны. Был такой фильм, заглавие его было «Председатель». Помните, да? Как это, там пришел такой председатель, он их всех выгонял на работу, а потом его подняли в секретари, и все упало. Вот это очень характерно, потому что этих людей надо было гонять на работу. И поэтому у нас были ПГРы в Польше, это государственное хозяйство, там, сельское хозяйство. И после этого всего уже перемены эти, у нас был такой министр Бальцерович, который там приватизировал все. Он думал, что если этим работников в ПГРах, если он даст землю, а они охотно возьмут землю и будут там все делать, что надо, пахать там только. Это не получилось. Эти ПГРы все упали. Там нищета теперь. Если кто-нибудь не купил этого земли и не сделал из этого хозяйства, они сами ничего не могут делать. Сами не умеют, просто не хотят. Они водку пьют и все. Так то и тут было в колхозах. Но возвращаясь к моей истории, с Иваном Алексеевичем было очень хорошо. Я там работал, там, и мы как сестра взял. Мы жили у какой-то колхозницы, Олам, я с ней в лес ездил там на дровами, в общем. Но там очень плохо потом получилось, потому что когда мы уже давно уже нас не было, вернулся ей муж и из армии пьяк и стал ее бить. В общем, подозревая, что она со мной спала. А мне даже в голову не приходило. Ей было лет 30, а мне было там 20, может быть. Для меня это была уже старая женщина с ребенком. Ну, в общем, все было хорошо где-то до... В 43-м году мобилизировали меня опять из этого колхоза, забрали меня в Рубцовск, переименовали его тоже, Рубцовка на Рубцовск, и на строительство. Там строили завод. Алтайский тракторный завод, он, конечно, выпускал танки, трактор. И что? Мы там, в общем, они строили электростанцию,
а мы копали землю. И я, мне сделали землекопом. Знаете, какая это была работа? Норма была один кубометр земли в день. А земля, это не была земля, это было просто, это было килёфом. Она была замерзшая ведь. И я бы там погиб в этой, в яме такой, где работал, там сырой, знаете, приходил, спали мы в землянках. Если не выработал нормы, ты получал суп только у них, хлеба тебе не давали. И там работали больше всего нацмены разные, туркмены, там, разные, узбеки. То. Они там падали, как мухи просто. Очень плохо было, очень трудно. Но опять нашелся хороший человек. Один был прораб там у нас, Зарецкий, польского происхождения, где-то там его предки. Он как раз пришел на эту стройку, спросил, или я знаю русский язык, и писать умею на русском, на азбуку знаю. Я знал азбуку. Азбуку я, правда, знал еще с детства. А скажу вам, это смешно. Почему? Потому что мне отец подарил книгу на русском языке «Мифология». Мифология греческая, там, римская. Ну, и он, я его все мучил, чтобы он мне читал, там, что подписано под этими, там были эти, ну, образы разных этих богов, там, Зевса, да, и других, Аполло. Но то он мне сказал, он мне дописал алфавит, азбуку русу, и сказал, ты сам читай. И то, так я и научился. Но я сказал, да, да. Он меня сделал табельщиком. Табельщик – это было хорошее занятие, потому что надо было прийти, правда, в 7 часов утра, проверить это, кто на работе, записать. А потом другой раз в час дня проверить ли все и взять на них хлеб. Это самое было главное, чтобы, значит, пойти к хлеборезке. Они там давали, кадры давали список, и она давала по этому списку хлеб. А кроме того, я должен был работать. Ну, уже работа такая была, не землекоп. Но, и, но потом я так додумался, что до черта мне приходить в 7 часов утра. Хватит, если я приду в час дня, потому что все равно надо проверить. Считается это листа, которое я делаю в час дня. Ну и, конечно, там всегда были мертвые души. Потому что, знаете, то, а то болел, а то пьяный, а лежал, а то совсем. И эти мертвые души, мы их оставляли. Можно было их оставить там день-два на этих списках, пока эти кадры не досчитались. Это было, конечно, наказание, если бы меня похватили на этом, не знаю, что бы, собственно, сделали. Но у меня оставался хлеб. Паёк, а паёк был 800 грамм для рабочего, тяжелого рабочего. Я ее не приносил в бригаду там мою, я оставлял у хлеборезок. И они эти девушки, они со мной очень хорошо жили, знаешь, все было, что меня пропускали без очереди, меня не ошукивали, а кто
по-польську ошукивать, значит, обманывали, не обманывали там с весом, всегда вот, не довешивали ведь. Тоже должны были жить как-то. И все было бы хорошо, если бы не такой вредный еврей. А вредный еврей был никакой Шефтман. Он был начальник кадров на заводе. Он как-то меня не любил и не любил этого Зарецкого. Я, может быть, он этого Зарецкого не любил. В общем, он как-то раз взял начальника стройки. Вот был там большой чиновник. И пришел с ним и спрашивает, а где табельщик? Утром пришли, табельщика нету. Так он, конечно, начал кричать, то землекопы опять. И меня опять загнали в эту землекопы. Ну, какой... Я очень плохо был со мной уже. Был такой бледный, в общем, голодный ходил. Но он как-то, этот Зарецкий, он позаботился о меня. И когда-то пришел с начальником стройки и спрашивает меня, ты каменщиком будешь? А я не знал, что каменщик значит. Сказал, да, буду. Мне все равно было. И меня дали в бригаду такую, которая стояла на стен, там уже стену там кирпича. Мастеры были девушки там молодые. Они мне сказали, сначала я, конечно, трогал эти кирпичи, а потом думал, что разные вещи. Но потом он как-то мне сказали, как то получилось? Получилось так, что кто-то из них там ходил за хлебом, не мог. И они, я сказал, ну я пойду за хлебом. А мне хлеборезки там дали, знаете, надбавку, в общем, хорошо. И эта девушка мне говорит, от стена, а ты будешь класть кирпичи изнутри. А внутри все равно будет дым. Это не мешает, если не будет немножко криво. Ну, только винкель мы будем делать, тебе нельзя. Потом мне дали такой еще какой-то инструмент, чтобы делать такие швы между рядами кирпичей, там, чтобы они были. Так что я там работал уже на этой стройке, но я все время подавал в армию. Я хотел все время пойти в армию. И как-то нас вызвали, когда уже была первая дивизия имени Костюшки. Мы хотели поехать там. Это было в Рязани, они были где-то в округе. И мы поехали даже. Я поехал с моим двоюродным братом. Он там тоже был в Рубцовске. Но нас вернули. Нас вернули в военкомат. Потому что мы не знали, что такой был приказ, что в эту армию тоже евреев. Слишком много евреев там попало. Так что мы вернулись. А когда мы вернулись, я решил, что уж на эту стройку не пойду. Я нанялся на другую военную стройку. Это было ОСПЧ, значит, особая строительно-монтажная часть, 15.
И мы строили другой завод, сельхозмаш. Он, конечно, делал минометы. Но мы там, я там попал сначала в жилищно-коммунальную контору. Я там изобрел, как можно норму выполнять. Знаете, там была жилищно-коммунальная контора, там были разные ремесленники, да, там столяры, там маляры, другой. Так я призывал такого ремесленника и спрашивал, сколько тебе надо, чтобы заработать. И так, ну, не очень много, но, в общем, он мне говорил такую-такую норму. Я ему тогда вписывал. Я работал нормировщиком. Я ему вписывал норму. Так что то. А потом я как-то познакомился с такой женщиной. Она была еврейская женщина. Он фамилия Польсман. Зинаида Вениаминовна. И она была в ЖКК. Знаете, где ЖКК, это была жилищно-коммунальная контора. Она была в Орсе. Она была начальником отдела общественного питания Орса. А знаете, как Орс расшифровывается? Нет? Орс значит так. Первое. Обеспечь раньше себя. Ну, в общем, значит, отдел рабочего снабжения, да, официально. Но не официально это. Обеспечь раньше себя, обеспечь сотрудников своих, обеспечь родных своих, остальное раздай сотрудникам. Но и мы там... Там, конечно, уже было по-другому. Я получил карточку высшего командного состава и ходил в столовую такую высшего командного состава. Там, конечно, были совсем другие условия. Потом, что еще? Ну, я время от времени ходил к этой Зинаиде Вениаминовне, говорю: «Зинаида, дайте мне эту карточку на водку». Она говорит: «Ты пьешь?» Я говорю: «Не, я продаю». И она мне давала там так, что можно было продавать. А потом меня сотрудники научили, как, в общем, потому что людей брали в армию, да? А мы делали ремонт. И когда мы так, когда взяли у нас какого-то там кладовщика, я помню, и мы списывали, что осталось, эти девушки говорят мне: «А если у него будет недостача, так что сделает?» Ну и мы делились там, уже брали немножко завше всегда, но время от времени. И я так там работал, мы получили мы квартиру. Значит, я взял мою сестру с дочкой. Она очень бедная была там в колхозе. Она не могла же работать, потому что у нее была эта девчонка, эта дочка. Потом она была больная, все время болела. Так что, а знаете, там был, не работаешь, не кушаешь. Так что он был очень бедный. Я забрал ее из этого колхоза, взял в город. Мы стали жить там в этом, на улице Громова. Я потом был там в Рубцовске, смотрел, но там уже стоит большая будовля.
уже здание. Но это была такая небольшая хата. Там бабушка была, она принадлежала бабушке. Бабушке было около 100 лет, но она все еще ходила, рубила дерево там. В общем, но сначала, пока я стал работать на этом, когда я еще работал в этой конторе, еще раньше, нам очень плохо жилось, потому что мы жили на пайке только, на хлебе. У нас не было ничего. Местные люди, они имели там картошку, они имели там овощи, да, а у нас ничего не было. Мы получали килограмм хлеба на трое человек. Значит, я на себе, на сестру и на дочку. И я описываю это в моей книге, такие истории, когда я приходил домой, ей дочка, значит, моя сестрица, она танцевала, пела «Хлеб, хлеб». А как раз я шел по улице, то улицы были, конечно, примитивные там были. И я упал в канаву. И я нес хлеб в руке. Он промочился в этой канаве. Мы его сушили и съели все равно, потому что у нас не было. Мне стало хорошо, когда я стал работать в этом морсе. Ну, недолго. Я там работал, не знаю сколько. Месяц, два, три месяца. Потому что я все время подавал, писал в армию. Я хотел в армию уйти. И я написал в Москву, Союз польских патриотов, что я хочу поступить в польскую армию. Они мне ответили, у меня есть эта бумажка, которую мне прислали. Я ее дал, она теперь в музее истории польских евреев. Я ей отдал эту бумагу. Они мне написали, ждите своей очереди, вас возьмут и заявите в военкомат. Я, как это получил, конечно, я заявился в военкомат, делаю заявку. Через какое-то время меня взяли. Но не в польскую армию. Это тоже была история. Взяли меня. Вдруг я получаю путевку в город Татарск. Я спрашиваю, что там будет? А там на месте вы узнаете, что я приезжаю, мне дают гимнастерку, знаете, брюки, какие-то страшные ботинки, такие, знаете, а у меня, мы как раз получили, как раз, может быть, месяц раньше, мы получили из Америки посылку. Это было тоже что-то, знаете, в Сибири, как они нашли наш адрес. Joint присылает нам посылку, и там, кроме там масло, знаете, там ветчина, кажется, там сало, ну и там были ботинки, очень, ну, туристические, в общем, чудесные. Я их одел, мне они забрали эти ботинки в армии. Дали мне какие-то большие такие, я даже в них не мог ходить. А оказывается, что эту посылку, это сделал мой дядя, который спас, я вам говорю, что он в Вильнюс убежал из Варшавы. В Вильнюсе был
известный человек, очень известный, теперь его японский посол Субихара, да? Субихара. Он давал людям из Польши, особенно евреям, давал японскую визу. И люди эти через Советский Союз до Владивостока, из Владивостока на корабле в Японию, а потом в Америку. Но были, конечно, там люди такие знанные, как мой дядя. Он был там деятелем до войны. И он там попал. Он там попал, там была девушка, с которой он там столкнулся, она тоже в Будде была. Она работала в архиве Бунда в Нью-Йорке, а она была, в общем, взята из Польши, не помню, с какого города, в общем. Ей фамилия была Витковска. Еврейка. И она попала в Польшу. Потом, ее взяли, она работала где-то в фабрике медных изделий. Очень опасные, знаете, для здоровья. Где-то в Урале. А потом она освободилась и попала в польскую армию. И фотография есть в мундире польской армии. О ней пишет, у нее есть в книжке там, у нее есть такая книжка о Зигельбойме. Вы знаете, кто был Шмуэль Зигельбойм? Нет, не знаете. Шмуэль Зигельбойм был в гетто. Он был, в общем, в Бунде там. Очень видна персона. Он проехал через всю Германию. Польшу, Германию, до Бельгии. Ему удалось. Его как-то нашли без смыслов Бельгии. Как ему удалось? Он сам не знал. Знаете, через гитлеровские немцы... Еврей, чтобы переехал в 40-м году, или то даже был 41-й, я не помню. Просто невероятно, ему удалось. Он потом попал в Англию, и в Англии был членом польского правительства на изгнание, значит, там членом польского правительства, но... Как он узнал, что делается с евреями, он сделал самоубийство и написал, что я не могу жить, когда мой народ погибает. И там один человек, Рвинский, написал книгу «Шмуля Зигельбойма. Жизнь и смерть». И в этой книге он пишет это была моя тёща, да? Тётя, нет, тётка. Вот мы от посылки отдалились. Да, ну, то есть я понял, почему посылались посылки и как это всё находилось. Она всё сделала, она нашла нас, в общем, она была очень такая хорошая женщина в Америке. А посылку мы получили, как-то там. Но я попал в армию. Вот как вы попали в армию? Такие. Вот вы работали на стройке, потом, значит, в этом... Орсе. А потом вот в армию-то как получилось? Ну, я писал в Польскую Союз польских патриотов в Москву, чтобы меня приняли в армию. Я хотел в армию поступить. Но мне написали, что надо записаться в военкомат. Военкомат меня прислал повестку. И повестка меня завела в Красную армию. Нет, не в польскую армию, только в Красную армию. В город Татарск. И там меня
переодели, забрали меня эти хорошие ботинки, дали мне. И вдруг я вижу на одном человеке, на одном солдате мои ботинки. Это был румын, бессарабец. Я стал с ним торговаться. В общем, за 3 пайки хлеба я 3 дня голодал. Но он мне отдал эти ботинки. Но я был счастлив, знаете. Я был голодный, но был счастлив. Но потом мы там собрали, значит, нашу роту всю и послали нас на фронт. Мы очутились на Минско-Бобруйской операции, так называемой. Я там был в таком отряде, в таком батальоне Красной Армии. Я тут описываю в моей книге, как это было. Там разные были приключения. Там. Но нас посылали тоже в бой. Там кричали, надо кричать за Родину, за Сталина. Мне это не переходило через горло, знаете. За Родину еще можно было, за Сталина я не хотел. А почему? Но я уже знал, кто Сталин. Между прочим, я тут описываю такой анекдот в моей книге, который мне рассказал Иван Алексеевич. Но это был анекдот, за который можно было попасть на так называемые 10-летки. Можно было 10 лет попасть в лагерь. Анекдот такой. Рассказать вам? Да. Сталин умер. Да. Вот сотрудники собираются и думают, как, где бы его похоронить. Да. Решили около Петра Великого. Конечно, около царей. Петр Великий поднялся из гроба и кричит: «Уберите его вон! Я открыл Россию, вырубил окно в Европу, а он его закрыл наглухо». Да. Несут его дальше. Положили около Николая II, кажется. А тот встает и тоже кричит: «Я раскрепостил крестьян, а он закрепостил весь народ, вон с ним». Но решили положить его около Екатерины Великой. Она встала, посмотрела и сказала так: «Всякая сволочь около меня лежала, пусть и тот полежит». Вот я и описываю это. Так что я знал, кто это Сталин. Но и там, конечно, но нас скоро сняли с этого фронта. Сняли нас с этого фронта и послали нас обратно в Татарск. И тоже зима была. И не очень-то знали, что с нами делать. В общем, нас там сосредоточили 55 человек. Поляков, евреев из Польши, украинцев из Польши, всех из Польши. Ну и они там нам придумывали разные работы. Там. Нас посылали где-то на упражнения, там, сказали нам петь: «Из леса солнце сходит, Ворошилов едет к нам». А мы пели «Военку, военку», как «Что же ты за пани» на польском языке. Другие такие были. В общем, мы сопротивлялись, как могли. А
А другие солдаты из вашей части, там из полка, они чем-то они воевали в это время или что делали? Нет, нас отобрали с фронта поляков и польских евреев, а советских оставили. Значит, нас только отобрали. Вот вас 50 человек с фронта сняли? Да, 55 человек было у нас. Один был такой из Варшавы, очень отчаянный, стал кричать, эти проклятые советские. Так его отправили в карный батальон. Мы уже его никогда не видели. Но мы там придумывали, вот нам находили такую работу в шинели носить снег с одного конца другой. И вдруг одного дня, это был, наверное, уже ноябрь, пришел наш лейтенант. Какого года? Это был 44-й, да. И сказал, через час уходит поезд в Москву из Омска. А мы от Татарска, это 12 километров от этой станции. Если успеете, поедете в Польшу тогда. Ну и мы успели. Мы бежали все. Бегали эти 12 километров, сели в этот поезд и поехали. И мы приехали, конечно, тут в Москве были какие-то уже стреляли там на какой-то город взяли, знаете, это был 44-й год. А потом нас погрузили, это был ноябрь, погрузили нас в открытые вагоны, знаете. И мы ехали из Москвы в Брест, литовский, в открытых вагонах. Хорошо, что нам дали фуфайки под шинели, но все равно это было страшно. А потом наш лейтенант как-то не успел взять хлеб. Так что мы выходили на станции и покупали лепешки. Этим жили. Когда приехали в Брест, ага, там, когда мы уезжали из этой, из этого Татарска, так нам переменили. У нас были такие, знаете, дряхлые, все грязные. Нам переменили, дали нам хорошие гимнастерки. Это шерстяные, зеленые. Хорошие брюки гранатовые, тоже шерстяные. И мы приехали в Брест, мы все это продали. Заменили на дрелихи, на дрелихи и купили хлеб. Потому что мы видели там в Бресте первый раз, от не знаю сколько времени, мы увидели белый хлеб. И потом нас... Из Бреста мы попали в Люблин, потому что Люблин был уже освобожден. И нас стали... Где нас поселили? Поселили нас в лагере Майданок, в немецком лагере. Там еще была крематория. Еще около крематории валялись кости людские. Так что это было страшно. Но нас там поселили на каком-то бараке и стали приходить люди нас брать где-то. Я попал сначала, она попала в офицерский так, в школу, но потом меня там выбросили из этой школы, а пришел офицер Красной Армии Иванов, там были их два, Иван Иванович Иванов, Иван Петрович Иванов. И он меня спросил, вы знаете русский? Да. А знаете азбуку? Да. Тогда я вас беру, и вы будете у меня работать с шифрантом.
Ну и он меня взял там. Я стал работать шифрантом. Это было довольно примитивно, эти шифры. Там, знаете, потому что там вынимались такие полосы и закладывали. Но надо было знать азбуку русскую, потому что это все на русском было. Ну и я попал в часть из Люблина. Мы попали в Варшаву 17 января 45 года. Это уже был. У меня был там товарищ хороший, сержант Орешко такой. Мы с ним подружили, и мы там все время держались вместе. Мы перешли по льду в Варшаву. Моста не было. Потом сделали только понтонный мост. Варшава была вся в грузах, вся в руинах. Везде были могилы, кресты стояли по дворам. Руины были до первого этажа. Так что мы как-то попали там в казармы, которые до сих пор есть казармы. Там жили. И потом мы пошли, но мы дошли до границы только, и война кончилась. Нам дали задачу патрулировать Варшавские улицы, и вот у меня здесь есть фотография на лошади, я был в кавалерии потом. А потом меня послали 9-й кавалерийский полк КБВ. Это был корпус внутренней безопасности. Но не был то, не был то УБ. УБ – это другое. УБ – это было управление безопасности. Они всех там людей мучили. Наше задание было сражаться с бандами. Нас послали в Белосток. В общем, было сначала очень трудно, потому что туда даже нельзя было выставить голову из казармы, потому что стреляли по углам там. А мы как раз были посередине города, а середина города вся была спали, там сгорело, то было гетто. Я там был. Это в Варшаве? Нет. В Белостоке? В Белостоке. Тоже гетто было? Да. Угу. У меня там есть фотографии там с этого Белостока. Мы там были уже. Я там был солдатом, там где-то, кажется, в канцелярии. У командира, командир был полковник Домбовский. Мы как-то раз пошли в поход. Один раз я только пошел в поход против этих банд. Так нам говорили, теперь говорят что-то другое. Теперь говорят, что это были польские патриоты, там проклятые солдаты, которые боролись с коммунистами. Но в то время нам говорили, что это бандиты. Ну а вы-то как их оценивали? Как их оценивали? Нет, тогда вот как вы их оценивали? Как вы к ним относились тогда? Тогда я думал, что это бандиты, да. В общем, там были настоящие бандиты тоже. Как во время войны там были такие отряды, но были там тоже из АК, из армии краевой, недобитки такие, которые, в общем, там, знаете, что в Вильнюсе АК сделали такое соглашение с Красной армией, что они будут помогать. Но это там был этот генерал, который
это, памятник его, теперь снесли в Польше, потому что он обещал этим людям, что он будет с ними сотрудничать, выгнать немцев из Вильнюса, а потом их арестовал. Как он, как его фамилия? Чернышевский, может, что-то такое. Что? Черняховский. Черняховский, о, Черняховский. И поэтому, правда, тут правительство, тут разные люди кричат, что это снимают помники, эти памятники по Красной Армии. Но Черняховский, он как раз был очень вредным. Он, в общем, он обманул этих людей. А что было на операции-то, вот на этом, куда вы поехали? Что там вы видели, что происходило? Я просто ехал, не помню, или на лошади, или на машине, потому что у нас был 9-й кавалерийский полк. И там прогнали где-то тех людей, там банды. Они нападали на деревни. Конечно, они нападали на деревни, потому что им надо было питаться. То... В общем, там теперь я читал, что какому-то дали или памятник поставили, или президент наш дал какой-то посмертный медаль, а он белорусскую деревню все убил. Так что это время было очень плохое. В общем, НКВД уловило этих людей и их мучило, убивало там. Между другими тоже и польских патриотов. Там такой был полковник Ниль, они его убили, а он был заслуженный для Польши, в общем. Но это вы уже потом узнали? Это уже было после войны, конечно. После войны? Да. Но вот, ведь ваш отец боялся НКВД? Да. Вы с этим конным отрядом, вы же сотрудничали с НКВД тоже? Нет, это был это были польские солдаты только. Ну, то есть это отдельное было? Отдельно. НКВД по своим делам? Они, да. А у вас были, ну, как бы больше бандиты, чем какие-то люди, которые препятствовали установлению советской власти? Да. Но отец вернулся, отец с сестрой и с ребенком, она там потом, она и с мужем, муж и был, потом распился, в общем, она с ним рассталась. Но они вернулись в 46-м году, в 46-м как-то летом, было или апрель, май, они приехали в Гливице. Там находила широкие эти рельсы, вагоны, и они уехали и из Рубцов. Вот им теперь у нас все пишут там, кричат, что это были проклятые, называем проклятые солдаты, то другое. Там было, конечно, много таких, которых теперь оправдали, но были и такие, знаете, там часть или отряды, которые задерживали поезда. Я прожил это, Митя напомнил мне. Я ехал из Варшавы в Белосток, возвращался на крыше вагона. Потому что не было места, просто было, ну, знаете, в то время послевоенные там были очень трудно ездить. Я сидел на крыше вагона, и они задержали поезд, выбрали солдат польских, значит, с
армии Берлинга, конечно. И евреев убили. Они смотрели в брюки, знаете. Если был еврей обрезанный, они его убивали. А этих других солдат, не евреев, они раздевали и в белье, только пускали в белье, бельем. Так что это было не так, как они теперь пишут, что это были все, знаете, боролись с коммунистами, герои. Разные были. Конечно, были плохие тоже. УБ наше, УБ. УБ – это Ужон безопасности, значит, управление безопасности. Там были коммунисты, а теперь кричат, что там были евреи. Там было, да, было, может быть, там как-то они насчитали 13% евреев. Но евреи были в главе, хуже всего были в главе, потому что над ними всеми был Берман, он был вице-премьер, двух министр безопасности. Это был Радкевич, это был поляк, но двух вице-министров были евреи, Ромковский и Ружанский. И там работали люди, ну, в общем, большинство это были крестьяне, поляки, украинцы и так далее. Но немного этих евреев, одна, особенно одна женщина, она записалась, и о ней пишут теперь, потому что это была, называли Луна Бристигерова, и про нее рассказывает вещи страшные. В общем, она любила издеваться над людьми, над этими заключенными, а это были, в ее руки попадали все, которые раньше боролись с немцами. Это уже потом узнали, да? Да. Mm-hmm. А узнали то, что она была такая перверсивна. Она спала с этим человеком, она на следующий день его убивала. Так говорят, я не знаю. В общем, такие есть слухи. И потом была такая еще, были прокуроры. Еврейский прокурор была никакая Волинская, она потом стала женой Бруса, профессора Бруса в Англии. И Польша хотела, чтобы Англия ее выдала, а Англия не согласилась, чтобы ее выдать. Я не знаю, в общем, что она сделала. Она была прокурором. Ага, она приговорила к смертной казни, как прокурор к смертной казни этого полковника Нила, который был герой там подземелья. Вы когда с отцом и сестрой соединились? Они приехали в 1946 году. Да. Город Гливице, я там поехал. У них было очень трудное это путешествие. Они приехали, конечно, в таких вагон был скотной, то значит, не товарный вагон. Была печка там. И, в общем, у них были такие истории, что она вышла замуж за человека из Львова. И очень богатой семьи, им принадлежали сады, большие сады в Львове, около Львова там. Его, конечно, советская власть забрала, он там работал бухгалтером на электромонтаже в Сибири. Как-то они познакомились, он стал с ней жить. Но мы не знали его истории.
Я его историю познал только в Польше, после войны. А он, да, ну, когда почувствовал свободу в Новосибирске, напился. И его украли. Он, у него были документы, у него были деньги. Мой отец как-то документы, эвакуационные документы отыскал, значит, где-то нашел эти, у этих воров. Удалось ему этого человека, его было имя Стефан. Его вообще не хотели пустить, потому что он из Львова, а этих из Львова, там с этих западной Украины не хотели. Но как-то они там добились того, что он получил тоже эвакуационный. И потом они ехали, уже двое ребят, у меня имела дочку и сынка потом. И всю дорогу варили картошку в чугунах, такой чугун был, и жили картошкой только. А он вернулся потом к ним? Он вернулся, он с ними приехал. Он с ними приехал в Польшу, ну и я им отдал мой дом, который я взял от немцев. Там около Еленягора, знаете, Еленягора, там теплица, там такая местность. Я там занял дом, меня определили дом. И там еще жили такие пожилые немец с женой, он был нотариус, он все время у меня по-французски говорил только. Ну, потом их выселили зимой 45-го года. А куда их выселили? В Германию. А они были, типа, местные жители? Местные жители, да. Это были хозяева дома? Да. Это были вот хозяева этого дома, да? Потому что это немецкое было все. Это была Дольная Силезия. Там. Ну, я занял этот дом, а потом они там приехали, мы там жили, а он, в общем, стал напиваться. Работал, будь то. А потом, но когда он в один день копнул ее и сказал, ты паршивая еврейка, к ней, так мы ее забрали с детьми, его привязали, мы его к мебели, там были такие, знаете, крепкие мебели, что... И мы уехали. Мы купили в Вроцлаве квартиру, правда, она была в руине, там, когда я сидел на уборной, я всегда боялся, что я этаж ниже слечу. А потом это ремонтировали, это дом, моя сестра там жила, они ей дали другую квартиру, потом она вернулась в эту квартиру. А ей дочь, Крыша, которой я занимался, когда они приехали, они были грязные и голодные, и я первое, что сделал, мои друзья там были такие в Вроцлаве, они мне оставили свою квартиру, значит, не подарили, то можно было там заехать. Я выбросил все эти чугуны, всю эту одежду, получили мы всю новую из УНРА. УНРА, знаете, была тогда Организация Народов Объединенных. Я купал эту, первый раз я купал девчонку, просто ей было 5 лет. Ну, знаете, молодой человек купает. Но она была очень привязана ко мне. Ну и потом я их завез там в этот дом, уже
Ну и они там стали жить, а мы потом уехали в Вроцлав обратно. А вот девушку, которая в Омске, сослали в Омск, в который вы ездили, в Омск, да? Нет, ее сослали в Томск. В Томск, да. Девушку, которую сослали в Томск. Вы ее так после этого не видели? Не, я ее встретил. А как это было? Мы встретились в Томске, я там ждал. Когда, вот что? Это был 41-й год. Это я помню. Вот вы потом там побыли. Я потом побыл. В Томске побыли и потом снова уехали почему-то. Да. Непонятно, почему вы уехали оттуда. Потому что там не... Я там голодал просто. Там не было что есть и где заработать. Просто... А девушку нельзя было еще тогда взять с собой? Нет. Родители не согласились, чтобы я на ней женился. И вы как бы решили, что все, да? А мы потом встретились после войны. Вот расскажите. Да. Когда я поехал за моей сестрой и отцом Левицы, раньше я поехал еще в город Сосновец. Сосновец – это там около Катовица. Я знал тетю этой моей девушки. Тетя и дядя. Дядя был доктор, она была дентистом. Они меня там приняли, они думали, что я жених. Да, я там ходил, у них была собака такая по-немецкой, она поднимала язык немецкий, Рольф, и бросалась на детей. Так что я с ней ходил там. Ну и потом я уехал оттуда, обратно там в этот дом, который у меня был. А они приехали где-то тоже так в апреле. Я получил письмо. Зачем я получил письмо? Меня позвонили, кажется, или телеграмму прислали, что мы приехали из Сибири. Мы у тёти там в Сосновце. Я поехал. Я приезжаю, а у ней уже, знаете, животик. Она беременная. Оказывается, она вышла замуж там в Сибири за одного человека из их города, знакомый. Мой знакомый тоже, я его знал. Долек его звали. И она была уже беременна, потом она породила сынка. Я с этим сыном, они больше уже не живые, ни она, ни этот муж. Но сын живой, он в Израиле. Он в Израиле, и мы дружим. Я дружим с ним и с его женой. У него местная жена, он был в армии израильской, его ранены. Он вылетел на мине, в общем, его машина вылетела на мине. У него нет несколько пальцев у руки. Он теперь, там есть такая женщина, которая хочет быть премьером вместо того Нетаньяху. Он с ней работает. Но мы встречаемся, в общем. Он приезжает в Польшу с женой. А мы первый раз, они поселились там в этом Сосновцу. И муж там имел фабрику. Он делал носки. Очень хорошо там не пошло. Но в 48-м году, кажется, она как-то... Они переехали через Варшаву, она пришла ко мне
плакал очень. Выезжали в Израиль. В 48-м или 49-м, я не помню уже. Точно. А и... почему она плакала? Потому что мы очень дружили. В общем, там были такие истории, что я приезжал, мы были вместе в Закопанем, но за этим ребенком я занимался. Но все это, конечно, не было так, чтобы она рассталась с мужем, она не хотела. Я тоже не стремился к этому, потому что я был бедный, а он был богатый. Она не работала. Но они уехали потом в Израиль, и мы потеряли контакт. Но в 86-м году, видите, сколько, это было 36 лет после этого, мне удалось поехать в Израиль. Я нашел ее. Была такая, есть такая, в Израиле такая организация, я не помню, какие названия, что-то Кровим там есть. Родных, как искать родных. Я там написал, они мне прислали адрес. А моя поездка в Израиль, это совсем другое, другое дело, это можно бы вам опять рассказать. Ну вы просто расскажите, как вы ее встретили. В Израиле? Ее как вы встретили? И вы же ее встретили, да? Или как? Да, я ее встретил. Вот в Израиле, ну, да. В Израиле, потом. Да, после, в 86-м году. В 86-м году. Ну вот расскажите, как вы ее встретили. Ну, как мне удалось, в общем, в 86-м году уехать в Польшу, в Израиль, это было почти невозможно. Потому что они отказывали всем. Не было этих дипломатических отношений. Советский Союз им наказал сорвать это. Знаете, после этой шестидневной войны, когда арабы были там разбиты, то они ведь поддерживали этих арабов, они все на Израиль обиделись и казали всем этим странам так называемого социалистического лагеря порвать отношения. Только Румыния не согласилась. Румыны все были там. А у нас так случилось, что в 85-м году я клал цветы по памятникам в гетто, героев Варшавского гетто. А я клал каждый год там. Я был всегда в официальной делегации. Мы клали венец с фронта, а потом мы условились с моей сестрой, что мы будем класть цветы по другой стороне, где там есть такой поход женщин с детьми, идущих где-то в Треблинке, на память нашей мамы. Да? Я клал цветы, и меня кто-то сделал фотографию. И потом этот человек пришел и по-немецку говорит, что вам не... Вы не противны того, что я сделал вам фотографию, фотокарточку? Я говорю, нет, давайте мне, я только хочу, чтобы вы мне прислали эту фотографию. И он мне прислал эту фотографию. Это был пастор евангелической церкви из Штутгарта. И они ездили в Израиль, где немцы услугивали евреям, узникам концентрационных лагеров гитлеровских. Это было где-то около Нахарии.
я когда узнал об этом, я написал, потому что достаться в Израиль было очень трудно. Я написал ему: не можете что-нибудь мне помочь, чтобы я приехал к вам, может быть, в этот санаторий, Так он что сделал, этот пастор? Пастор пошел к начальнему раввину Хесси. Это такой ланд там. Раввин там пошел или позвонил председателю такой организации. У них была такая организация Централ-Вольфат-Штелле der Juden in Deutschland. Значит, центральная там организация. Они мне прислали мне приглашение. Приглашение было как-то очень скоро. Я им написал, что я не могу. В апреле они мне прислали что-то, в марте, в апреле. Они мне прислали другое приглашение на сентябрь. Я пошел в нашу милицию, там паспортный стол, и написал там, писали, знаете, как у вас, на 4 страницы заявление, чтобы это сделать. Я приложил приглашение от этого пастора в Германию, и я подумал, что если я дам приглашение с какой-нибудь немецкой организации еврейской, они мне откажут, наверное, потому что они... Так я что сделал? У меня был брат моего двоюродного брата, тоже двоюродный брат. Он жил в Израиле. Он был профессор на университете, этим еврейском университете в Иерусалиме. Я его попросил приглашение. Он мне прислал приглашение, там были такие еще большие печати, нотариус там, то. Я все это служил и жду. Месяц, то проходит два. Приходит мне разрешение в Германию, а в Израиль отказ. Но я пошел там в этот паспортный стол, в милицию, выходит какая-то девушка, и мне говорит: вы хотите в Израиль, а вы знаете, что у нас нет дипломатического отношения? Я говорю: я знаю. Я написал другое такое заявление к министру. И потом пошел только в это паспортный стол. Я знаю, потому что я и написал к министру. А вы знаете, что только мы даем разрешение к самым ближним родственникам? Я говорю: знаете, если у кого-то нет никаких родственников, так и двоюродный брат, это самый ближний родственник. Он сказал: ну, тогда мы это рассмотрим. И ушла, конечно. А мне тогда сказала, моя соседка была пани профессор Хорн. Ей муж был ректором Еврейского исторического института. Она мне говорит: почему вы не пойдете к нашему послу? Я говорю: наш посол? Кто-то наш посол? Оказывается, послом в парламент был Шимон Шурмей. А знаете, кто был Шимон Шурмей? Шимон Шурмей был директором Еврейского театра в Варшаве. Он был очень высоко поставлен там. Я к нему пошел. Оказывается, Шимон Шурмей – это мой коллега из Луцка. Он тоже из Луцка. Он мне говорит:
иди домой, спи спокойно, я сегодня буду говорить с министром. Вечером мы где-то встречаемся в театре, в парламенте. И действительно, через несколько дней я получил уже паспорт. Паспорт получил, я не знаю, он заделал или это мое письмо. Я там писал в этом письме, что мой двоюродный брат, он был солдатом в польской армии на Западе, его ему отстрелили. Я вам говорил, что он был под Монте-Кассино, ему там отстрелили. Да. Я был тоже солдат, я хочу его видеть. То. Ну, в общем, разрешили мне, я поехал тогда в Германию. И там группа была, еврейская группа, которая уезжала в Нетанию. Мы там были в таком пансионате, даже это была гостиница, палас называлась. Я даже помогал одному человеку, который был после Ленинграда, после один еврей, который жил в Германии, конечно. Это были все евреи из Германии. И когда я там приехал, в этой Нетанию, я позвонил. И они приехали сразу ко мне. Это девушка Кветя и ей муж. Они приехали, забрали меня к себе, а потом мы там как-то нам удалось сделать, что я остался еще на 2 недели. Потом кто-то должен был уехать обратно, а мне отступил свой билет. Так что я остался еще 2 недели. У них был уже. Там, они жили в Хайфе. Так что мы виделись. А потом мы встречались, они приехали в Польшу. Я приезжал еще в Израиль. Так что это было уже нормально. Скажите, вы когда вообще узнали, что вы еврей? Я от самого начала. Вот когда это? Как ребенком еще был. Ну, когда? Я знаю, может быть, когда мне было лет 8 или 10. И что вы узнали? Потому что, да, я ходил в детский сад. И в этом детском саду были еврейские дети. Там у меня тут есть фотография из этого детского сада, который отец где-то ее нашел. И мы там были. Там теперь опять детский сад в этом месте. Я с самого рождения, потому что я родился в доме на улице Новолипе. Новолипе 22, квартира 11. Вот всегда, у меня всегда 22 и 11. Там, это мои цифры такие. Новолипе это была улица в еврейском квартале Варшавы. Потом, конечно, у меня ведь родители были из Бунда, но они говорили на идиш между собой. Правда, меня не научили. Так мы говорили тоже, что хотели, чтобы мы не знали, что они между собой говорят, кто говорили на идиш. И потом, конечно, уже там, когда мы жили в Отводску, в Чудборове, я ходил в детский сад. Это в детском саду были, я не знаю, я там не помню никакого не еврейского ребенка. Там были все еврейские ребенки. И я их потом даже встречал в жизни. Вот на фотографии, которая есть тут, там есть одна
девушка, вот, была там, ей было лет 5, конечно, она была, а ее дочь в Америке, попала ей в руки моя книга на английском языке, и она узнала свою маму. Потом, и мы, она потом приехала к нам в Варшаву, даже это Марта. Теперь она пишет к нам. Это было в детском саду. Там была еще такая Эрика Беккер, дочь известного доктора. Он был пионер в Польше эвтаназии. Знаете, там... или Евгеник больше всего у него, он имел свою, свой госпиталь такой для сумасшедших, да? Около Отфотска там такой был местный Свидер. Тоже еврей, я с ним встречался. Он вообще, это была одна только, один человек, который я встретил после войны знакомый. После войны. Всех поубивали ведь. А так, то как еще? Семья была еврейская. Мы ходили, я ходил к моей бабушке и дедушке. Они жили в этом большом доме на площадь Грибовский, там, да, и они были религиозные евреи. Дедушка ходил в халате, там, то, борода у него была белая, бабушка имела перуку, так что... Ну, вы, наверное, спрашивали у кого-то, или как? Ну, они же отличались от родителей? Отличались от родителей, потому что мои родители были, вся семья уже, это только бабушка и дедушка были еще набожные, были еще религиозные, а все их дети были уже комплектнее, так что, мы там приходили в пятницу вечером с моим двоюродным братом Бронком. И бабушка нам всегда давала рыбу, хаву, и всегда не хватало. Все это надо еще, она спрашивает, еще соус, еще рыбу, еще. Так что мы там, мы знали то от самого детства, что мы евреи. Не было никаких сомнений. И я никогда не это не скрывал тоже. Мои в гимназии, мои все коллеги не знали то. Так что, а я был один еврей в всем классе, в государственной гимназии в Гуцке. А все остальные? Все остальные это были поляки. Было там, может быть, двух-трех украинцев. Были два караимы, а я был один в моем классе А, бо я был в классе А. Я был один еврей только, там было двух караимов и двух украинцев. А в классе Б была одна девушка еврейская и один мальчик только. А в классе С была одна еврейская девушка, которая до сих пор живет в Израиле. Мы, когда я был последний раз в Израиле с моей дочкой, с Леной, мы пошли к ним в Тель-Авиве. Очень прекрасно нас приняли. И она, можно сказать, хотя ей 93 года, как и мне, она держится отлично. Она и говорит нормально, и то она мне пишет. Но как-то недавно муж ей помер, она осталась одна. Ну, там у нее дети, конечно, внуки
Израиля. Это с класса С. Ида, и Декельбой и был из дома. Так что он как-то спаслась во время оккупации, во время Холокоста. А эти с класса Б, они не спаслись. Даже этот мальчик, там, парень, который там был, Крепель, он, его фамилия была, Крепель Адам, он был энтузиаст германской литературы. Он говорил на немецком отлично, но его немцы все равно убили. Ну, значит, такое вот понимание пришло, наверное, в школе, да, где-то? Вы поняли, что есть... евреи, а есть какие-то другие... А это верно, в школе, в начальной школе, потому что я был в школе в Уцке, в городе Уцк, и то было, название было «Школа повшехна» в то время, значит, начально, повшехна. И она была имени Яховича, Станислава Яховича. Не знаю, если вы слышали про него. Это был польский поэт. И он писал для детей там, разные тоже такие поэмы. Там, «Не трогай розы», сказала мама, «она укулась». И там, и потом плохо, вот так, был такой. И в этой, это было в Польше... Были разные школы начальные. Были повшехные, значит, как я ходил. Это были государственные, бесплатные. А потом были национальные. Были видиш, были в иврите тоже, тарбут. Такое было общество еврейских, которое вело школы. Так что можно было, конечно... на своем языке учиться. А почему вы в еврейскую не пошли в школу? Потому что я еврей, я же не знал ни идиш, ни иврита. А там надо было знать, да? Чтобы, там надо было знать. Чтобы поступить в первый класс. Там, да. Вот этот Шимон Шурбей, это тоже интересная, очень интересная фамилия, потому что у него мама была религиозная еврейка, а отец поляк. Он работал, поляк или украинец, я не знаю, он работал в электростанции в Уцке, влюбился в эту побожную, такую религиозную еврейку, и у них было двое детей. Она воспитывала сына, значит, этого Шимона, как еврея, послала его в хедер, послала его в еврейский гимназий, а дочку воспитывала как украинку. Она была, ну, а потом, конечно, во время оккупации Холокоста, она, это не спасло, конечно, но она была командиром партизанского отряда, эта девочка, как, потому что она была украинка, правду сказать, только что люди знали, что она из еврейской фамилии. И когда я приехал в Уцк, с визитом в 1989 году. Я имел к ней адрес и номер телефона. От ее брата, конечно, и директора этого еврейского театра. А она боялась со мной встретиться. Она со мной встретилась как-то вечером, где-то... на каком-то подъезде, потому что она была членом там партии, членом партии, конечно, кажется, областных властей или партийных властей, я не, там не знаю. Но потом она приехала в Варшаву, я видел в театре еврейском. Так что там были такие разные истории. Но я никогда, знаете, с этим не,
не прятался, что я еврей. И все сдали в моем классе, в моем гимназии. А вот опасность вы почувствовали когда впервые? И от кого, от чего вы почувствовали опасность, что вот вам угрожают как еврею? В Варшаве уж. Когда это? Мы когда приехали в Варшаву, был год 1938. И там были такие истории, что студенты, они стояли, польские студенты, стояли разными там бичами и били еврейских студентов перед университетом. И там не надо было ходить вообще. Вот Марек Эдельман описывает, что если кто-нибудь вышел там на Краковское предместье, где университет, еврей, его там избивали. А почему? Потому что это были националисты. Ну, они-то как-то себе обосновывали это? Националисты-то как-то это себе обосновывали? Они, во-первых, там ввели гетто, называемое Вовковое гетто. На университете евреи сидели, им наказали сидеть там за одной стороной только, и они не стали. Некоторые профессора тоже стали для, как сочувствие им, а эти там очень были крепкие, а теперь они отражаются. Как это, отруждаются, да, и тоже есть у нас такая же партия ОНР, Обус народово-радикальный, и это националисты. Но теперь они не имеют евреев, чтобы их бить, так они теперь против русских, конечно. А тогда, вот как они объясняли тем, что они бьют евреев? За что они били евреев? Надо было за что. Они их просто били, потому что хотели... В общем, политика, довоенная политика польского государства, польского правительства была такая, чтобы как тут можно избиться евреев с Польши. А было их 3 миллиона. Это немало количество. В малых городах разных, особенно на востоке, в городах было 60-70% евреев. В Луцке, нашем, Луцк был это, было место, областной город. Там были власти, там были полицейские, там был полк. Солдат, там было каких-нибудь 50-60% евреев, поляков было 30-40%, а украинцев было, может быть, 5%. В общем, города там не были украинские. Деревня была украинская. Так что они, что они делали, скажем, я вам могу рассказать, что была такая еврейская партия Бетар. Можно сказать, что это фашисты, еврейские фашисты. Им очень нравились Муссолини. Конечно, не Гитлер, но Муссолини им нравились. Они ходили тоже, их вели блузы такие, военные тут, ремни. И они хотели, конечно, отвоевать Палестину. Палестина тогда была, не Израиль. И польское правительство им давало поддержку, давало им инструкторов. Они думали, что евреи, может быть, уедут из Польши. Были разные причины антисемитизма. Довоенно были очень разные. Во-первых, это была конкуренция. Потому что евреи
Многие там были, у них магазины, были банки. Были очень богатые евреи, как барон Кроненберг или там другие. А потом было тоже нищета. Был очень бедный. Были все кварталы в Варшаве были заселены этими бедаками. Они там какие имели маленькие лавочки, продавали там огурцы, там, знаете, разные такие вещи. И, но они, конкуренция была такая, что эти эндеки, значит, народная демократия, это была такая партия, они писали, что евреи забирают наше богатство, они, надо их вычистить. Не, главный такой был воздух, не покупай у еврея. Да? Если кто-нибудь входил в еврейский магазин, его преследовали. И многие там, по примеру Гитлера, по мнению этого, нацистов, они делали. Конечно, не убивали евреев в Польше, даже приняли. А когда Гитлер выбросил польских евреев, 1938 год, кажется, когда он их на границу поставил. Так они их держали на границе там несколько месяцев. Никто их не хотел принимать. Так что и политика правительства была такая, как премьер-министр сказал, овшем. Знаете, что овшем? Значит, и так. Что значит овшем? Что надо бойкотировать их, но не бить, не убивать, конечно, убивать это на войне было невозможно. Но не бить, но бойкотировать. Все нет, обойдется. Нет, потому что в то время люди еще имели какие-то, знаете, мечты, можно сказать, и в общем не понимали того, что немцы могут убивать женщины и дети. И вообще убивать людей. Потому что люди помнили Первую мировую войну. Первую мировую войну немцы пришли в Варшаву в 1914 году и стали в Варшаве до 18-го. И в то время евреям было очень хорошо, там, все делали, там был такой губернатор немецкий Басселер, он там выдавал разные распоряжения, которые, ну, в общем, не было ничего такого. Кто мог думать? Даже если мы знали, что делалось, что там была эта кристальная ночь, то никто не думал, что они будут убивать женщины. И даже мама моя говорит, тут ведь можем спокойно сидеть, и они не будут ни женщин, ни трогать. Но кто мог это даже подумать, что будет Холокост? В 1939 году никто это не знал. А когда начали, вот когда появились признаки, первые признаки, что идет Холокост? Мы когда были по этой стороне уже, в советской стороне, мы ни черта не знали. Потому что они скрывали. Они ведь, у них была ведь дружба. Даже маневры были там местные, советско-гитлеровские.
Так что они скрывали ничего. И я первым раз узнал про это где-то в 44 году, когда я получил первые газеты польские, издаваны в Москве. Были такие газеты «Новые горизонты». Это Союз польских патриотов выдавал. И они там стали писать только, что немцы делают. А мы не знали ничего. Значит, советские сводки были такие, что убивать советских граждан. А нигде не писали, что это евреи. Даже в Аушвиц потом написали, ведь, что там погибло столько и столько граждан. Нет евреев. Пан Марьян, вы расскажите, как вы из Луцка? Я из Луцка поехал маму взять. Я, значит, пошел пешком сначала, а потом меня взяли советские солдаты, перевезли. Владимир Волынский, я перешел границу. Там у меня были знакомые. В общем, там была семья одной девушки, которой я дружил в Варшаве, еврейской такой моей соседки. Я там их нашел, они меня приняли, они меня там выслали, я поехал дальше. Я приехал в Варшаву, и что обнаружил? Что нет моего отца, что нет моей сестры, что моя мама сама только с ее родителей. Она говорила, что я сама старшая дочь, и там ей сестры, конечно, были еще. Один брат был. Так что у них то было. А я искал, правду сказать, в то время мою такую, можно сказать, девушку. Я вам рассказывал, что была русская Катя. И мы дружили еще до последнего дня перед войной. А я, когда приехал в Варшаву, я хотел ее найти, но не нашел ей. Потому что она уехала из Варшавы, потом она вышла замуж за какого-то белого русского, который оказался немецким сотрудником, так что она убежала от него и уехала в Америку. Но то я после войны узнал, потому что я встретил ее сестру. А я ее не нашел, но раз я ее не нашел, так это дело упало, потом я хотел маму забрать. Но были два повода. Не только тот один, что она хотела остаться с своими родителями. Другой, может, еще важнее повод был такой, что у нас денег не было. А без денег ничего не далось. Надо было оплатить всех, чтобы перейти эту границу, надо было платить и платить. У меня было немножко там, чтобы доехать. Так что я потом, когда уезжал из Варшавы, я сел на подводу уже на Праге, значит, по другой стороне реки Вислы. И сел на подводу и доехал до границы. Там в другом месте переехал границу, не в Владимир Волынский, в другом месте. Так что раз не было отца, не было сестры, и не было денег, и не было никакой ценности. Люди, если имели ценность, знаете, золото, там, то клейноты какие. Были богатые евреи, они могли спастись. Но человек без денег, это было редкостью. Надо было везде платить. Вы расскажите о ваших впечатлениях о Варшаве, когда вы туда приехали. Варшава была в руине. Нет,
Нет, нет, я имею в виду из Луцка, когда вы приехали в Варшаву из Луцка. А, она из Луцка. Руины были, да? Да, потому что это было после этого, как было, Варшава была оборонялась. Варшава оборонялась 20-25 дней. Это дольше, чем другие страны даже, больше, чем Франция. И, в общем, молодые люди ушли, многие, потому что этот полковник по радио приказал, но там остались. Люди бегали, немцы бросали, больше всего бросали эти зажигательные бомбы. Так что люди мигали по крышам, там, косили это. Но многие, они, конечно, не было так страшно, как после восстания. Были два восстания в Варшаве, да? Гетто в 43-м году и Варшавское восстание в 44-м году, когда убили 200 тысяч людей из где-то 1,5 миллиона было населения. Но евреев даже убили 300 тысяч, так, а 200 тысяч человек убили просто. Они убивали, они расстреливали, немцы. Вы когда узнали о том, что произошло в Варшаве? Я узнал только, когда был в Сибири, уже где-то в 44-м году, когда стали приходить эти письма. Потому что они в Москве, они знали ведь. До этого переписки не было никакой, да? Не. И что, какие письма были? Что писали? Что вы узнали? Ну, писали, что Варшава, было восстание в Варшаве в 44-м году, в августе, что Варшава вся в руинах, там мало что осталось, что писали тоже то, что немцы делали с евреями, что их убивали. Писали про Аушвиц тоже. Знали ведь про Аушвиц. Дело Аушвица было знано на Западе, и они могли бомбардировать, не хотели. Да, да. А от кого это были письма? Нет, это была, это газета выходила такая, издавана Союзом польских патриотов. Не раньше, чем в 44-м году. Когда вы выехали на Алтай, вы что-то были какие-то, вот говорили негативно про то, что вы евреи? Нет. Сначала очень было дружественное отношение. В общем, мы там, они нас считали поляками, беженцами. А как беженцев они хорошо принимали. Но потом, где-то через год, может быть, евреи очень плохо там велись, надо сказать. Плохо себя вели? Да. Они там спекулировали, знаете. Они, ну, в общем, как другие советские граждане. Они... Их не брали в армию, это первое дело. Люди, советских людей, это очень возмущало. Но не брали в армию, потому что они боялись просто брать этих людей в армию, чтобы они, ну, западники, знаете, из Запада, может быть, они испортят дух Красной армии. Ну, в общем, люди там поселялись, так как беженцы, и их не брали в армию. Я хотел пойти в армию, не взяли. Да. Они работали. Некоторые работали, как я, но другие спекулировали, ездили там что-нибудь. Сахар возили, там,
карточками торговали. Так что людям это не нравилось. Но к нам не было. И, в общем, я не помню, чтобы в Рубцовке кто-нибудь, там говорил, что туда евреев. Может быть, на советских, да. Так, как вот шеф, Шефтман был, вредный. Но, не было проблем. Вот вы поехали к отцу в лагерь. Да. Расскажите поподробнее, почему вот именно в этот лагерь вы поехали, как вы узнали, что он в этом лагере, и вот эту встречу саму, расскажите, где вы встретились, как это было? Как я узнал, я вам не скажу, правда, я не помню. Угу. Может быть, он написал письмо, может быть, кто-нибудь приехал, рассказывал. В общем, я узнал, что он в Барнауле. Я тогда поехал. Я решил тогда затрудиться как кочегар и поехать там в Барнаул. Я там приехал. Я немного видел из этого лагеря, потому что они меня от ворот повели там в контору. В конторе сидел мой отец. Я с ним поговорил. И мне сказали, чтобы уходить обратно. Так что я не видел, я не могу вам рассказать о лагере. Я могу только рассказать о людях. Я их видел, они были. Не то, что мне отец говорил, что пишет, что не дают им ничего, что он голодный ходит, что он болеет. Но удивительно, что он до войны заболел чахоткой. Это был 38-й год. И его направили в санаторий, в Закопане. И когда война началась, в 39-м году, он был в Закопане, он не был в Варшаве. Он приехал на поезде, но поезд установился не в Варшаве, только перед Варшавой, каких километров за 5 или за 10. И он пришел пешком, с чемоданом на плечах, домой. Уже не добрался. Так что, а в Сибири он как-то вылечился с этой чахотки. Может быть, поэтому, что там уже кристаллически чистый воздух был. Там не было никаких не было заводов, чего там. Зимой тоже был очень чистый воздух. Правда, было 40 градусов. Там. А вы когда ездили, это какое время было года? Вы летом поехали-то к нему? К нему? Да. Да. Летом, да? Летом. Через сколько времени, как его арестовали? Через несколько месяцев. Вы к нему в тюрьму ходили? В тюрьму, да. Передачи посылали? Передачу. Моя сестра носила. Даже мою сестру приарестовали с ребенком. Потому что она там пришла к отцу, принесла что-то кушать. Ее там приарестовали и с ребенком взяли. Я стал очень кричать и пошел к этой следовательнице, что я вам рассказывал, польскую, и она их там освободила. Так что везде надо было иметь блат. Если вы не имел блат, пропадал. А долго шло вот дело, которое на отца завели? Нет. Может быть, 2-3 месяца что-то. Он в этой тюрьме там был, а потом был уже... Мы наняли адвоката, но адвокат, знаете, в советские времена адвокат просил только небольшое наказание.
ничего не сделал. Ничем не помог, да? Ничем не помог. А деньги платили адвокату? Да. Много заплатили денег? Много. Я продал там, что не помню, костюм отца, еще там что-то, пальто. В общем, много денег. А вообще это, видом, вина его была сомнительна. Но какая вина, что он уплатил? Они написали, что виноват государству 800 рублей. Так я сразу пошел и уплатил эти. Я что-то продал и уплатил эти 800 рублей. Но не, это не помогло. Самое обвинение, самое главное было то, что он в книгах записал, что он должен 800. Если бы он не записал, может быть, ни черта бы не было. Вы вот сейчас как считаете, какова была истинная причина его ареста? Зачем было, не знаю, власти, скажем так, его арестовывать вообще? Зачем? Они хотели его позбыться, чтобы он ничего не говорил правду, что эти все начальники делали тоже. Этот Фролов, начальник, он писал записку в мастерскую. Прошу выдать там брюки или то начальнику такого, там, начальнику НКВД, начальнику там, суда, или там горсовета. Но все эти записки где-то их не было уже потом. Они не признавались. А до отца вот они имели только вот эту запись, которую сам сделал. А из начальства никто не пострадал? Нет, это Фролова посадили на 6 лет. Тоже в лагерь. Это начальника этого промкомбината. А какие-то изменения вот вы увидели в отце после того, как он из лагеря вернулся? Как-то вот он изменился? Что-то было такое, что... Ну, когда он приехал в Польшу уже после, то он был уже почти нормальный, можно сказать, уже не был опухший, потому что это было уже, ну, несколько месяцев его отпустили. Но они потом уехали во Францию. Он женился, и он уехал в Париж, и там умер в Париже. Он там, его гроб в Париже. Вот фотография есть там. Но он как-то изменился после лагеря? Он похудел, конечно. Не, я имею в виду психологически, ну какие-то вот особенности, может быть... Нет, я не помню, что бы это что-нибудь было. Рассказывал он что-то о том, что было с ним в лагере? Нет. Вообще не рассказывал, не делился с вами? В общем, все боялись рассказывать. Знаете, там мой двоюродный брат, он рассказывал, у него жена была русская, он поехал к ей брату, не помню, где там, Минск, кажется. И он его где-то завез на лодке посередине озера, и там только сказал, что он был, что он вернулся из лагеря. Его освободили. Так все боялись что-нибудь сказать. Это было... Когда сошел этот страх в Польше? Когда он закончился? Он зашел с советскими, значит, с Красной армии. Только скажите, про что мы говорим? Что вот люди перестали там бояться или стали бояться? Стали бояться. Перестали говорить между собой, стали бояться. Это было, когда пришла Красная армия в 1941 году. Потом, конечно,
был перерыв, потом был Холокост и туда. Но потом он, пришли уже польские власти, но с польскими властями пришли РКВД и этот УБ. Вот я рассказываю такую историю, как мне в Варшаве поймал такой человек из УБ. О, что-то упало. Я выскочил из трамвая. Не в Варшаве это было в Вроцлаве. Он меня схватил, выкрутил меня руки и завел меня в подвал. И если бы у меня не было счастья, можно сказать, так я бы там, Бог знает, сколько сидел, и мог бы тоже быть узнать за врага народа. Но мне там сказали, напиши карточку и брось через окошко. Окошко было открыто, хотя это была зима. И я написал своей сестре, чтобы она пошла к моему такому другу, коллеге. Его двоюродный брат был в УБ, значит, в РКВД, можно сказать. И я через несколько часов меня призывают в эту милицию. Все очень вежливо кланяются. Он дает мне все вещи, которые мне забрали, поезд, вот, галстук, другое, и все ему очень удивленно там говорят. Он, конечно, придирается, что он меня не знает, то он не мог иначе. Но меня сразу же освободили. Но так я мог попасть, знаете, там было... Они делали, что хотели. Они были выше всех властей. Когда это закончилось? Это закончилось практически вместе с коммунизмом. Значит, коммунизм у нас окончился в 1989 году. Сначала еще было военное положение, да, военное положение. А потом оно упало. Оно было в 80 год. Там была солидарность, то другое генерал Ярузельский вел военное положение. И потом были выборы, и они как-то договорились коммунистами с этими оппозиционерами солидарности. Делали круглый стол, так называемый, и поделились властью. Значит, там были потом выборы частично свободные, 30% отдали коммунистам, а 70% были все оппозиция, и они уже пропали. И с этого момента, в 89 году, все уже отвернулось, стала частная собственность, частные магазины, отдавали землю. Но земля у христиан была всегда ихняя. То отдали помещикам землю, снесли это УБ, уже оно перестало существовать. Безопасность, цензура перестала существовать, можно было писать, что хочешь. Так что это было практически, это был 89-90 год. Так что это уже была свобода. Коммунисты отдали власть. Они отдали власть мирно. Так что парламент... А были выборы в парламент, они меньшинство получили, так что, в общем, все изменилось. С дня в день можно было менять деньги, уже не по идиотическому курсу, который государственный курс был, знаете, какой, 4 злотых за доллара, а на рынке было 100. Но ведь они не разрешали
официально не разрешали менять, а потом открыли конторы и сразу стали торговать валютой. И совсем все изменилось. А для вас вот что изменилось? Главные вот какие-то моменты, которые для вас вот... Для меня это много не изменилось, можно сказать. Потому что я уже не работал. Я в 83-м году ушел на пенсию. Потом стал проводником в бюро путешествий «Орбис». Ездил в разные страны, там ездил на охоту, то другое. До 7 лет. До 90, и еще 1990 еще поехал на такую экскурсию, там мне сказали, позвонили мне, что вам, наверное, не откажитесь, по Средиземному море кораблем «Лев Толстой», советским кораблем, и когда мы на этом корабле плыли, я имел там, я слушал Москву, сфотку, а мои туристы меня спрашивали, не рассказывай нам там разных вещей, только еще есть Ярузельский или уже его нету, потому что Ярузельский по договору там, он стал президентом, но он потом уступил. И Валенса стал президентом. Когда уж Валенса стал, это, конечно, все кончилось. Пока Ярузельский был, он тоже уже не мешал в этих переменах. Так что теперь совсем другая страна. Полно всего добра. Там надо только деньги иметь, конечно. Как вы думаете, если бы вот не случилось такого счастья, и вот сейчас я скажу. В чем отличие в этом смысле вот того, что сейчас в России происходит, как вам кажется? Вот как в Польше произошло с коммунизмом, и как в России это произошло? Есть ли отличие вот этого перехода? Есть отличие, конечно. Вот, как? Во-первых, у нас нет этих, как у вас их зовут, богачей таких, которые... Олигархов. У нас нет. У нас их нету. Во-вторых, у нас люди вернулись к своему имуществу. У нас никогда, крестьянам никогда не забирали земли. Они всегда работали, и они теперь работают. Так что это не изменилось. У вас ведь все импорт, да? Я не знаю, сколько у вас есть собственной продукции сельскохозяйственной. У нас вся продукция местная. У нас крестьяне все делают. Так что это совсем другая, класса такая. Есть, конечно, там, как мы говорим, в Польше кулаки, которые имеют там 100 и 500 гектаров. Но большинство это крестьяне, которые имеют там 10-20 гектаров. Где он побежал здесь? Полшестого. Чуть-чуть вот рот здесь. Ага. С другой стороны. Это первая разница. Вторая разница, что у нас большая оппозиция.
хотя наш Качинский и его партия ПИС, Право и справедливость, значит, юстиция и справедливость, они идут следы Путина. Он идет следы Путина. Он хочет забрать все. Власть, первая власть, конечно. Он разбил конституционный трибунал, который сторожил, чтобы не принимать устав, законов вне Конституции, против Конституции. Он его, правда, заблокировал. Он завладел юстицией. Значит, министр у нас такой, там, который стал прокурор, генеральный прокурор, он же и министр юстиции. Так что в его руках суды. Но как у нас, видите, у нас 70% судей против. Они протестуют, они не соглашаются. Трибунал конституционный работает, хотя он его заблокировал. Принимает законы, а парламент принимает другие законы. И теперь что судьям делать? Как он закона держаться? А оппозиция у нас, хотя в парламенте только 30% они составляют, но люди выходят на улицу, они созывают людей, там у нас есть такая организация КОД, Комитет обороны демократии, они созывают людей, первые вышли 50 тысяч, последние вышли теперь 200 тысяч людей на улицу против этого Качинского. Это тут нет здесь, тут никто не протестует. Нет, здесь нет. Протестуют. Здесь выходит по 200 тысяч тоже. Да? Ну, редко, но да, редко. Бывает. Ну, пару раз вот было. Но это хорошо. Сейчас это уже сошло, сходит на нет, к сожалению. Но и у нас есть частная телевизия, частное телевидение, что у вас нет. У вас есть только там государственное. Один, кажется, канал есть, да? Ну, у нас нет. Ну, уже фактически все уже. Да, у нас два частных канала, ТВН и Пульсат, которые, ну, там люди приходят и говорят против этого Качинского, против правительства, и свои мнения там приглашают профессоров разных, судей, главного суда, начальника Верховного суда, эта женщина, она говорит, тоже против. Так что... Ну, то есть вы чувствуете влияние Путина на политику Польши, да? Да. Можно сказать, что они кричат против него, что он хочет там Польшу взять после Украины, там Украину, то Крым взял незаконно, конечно. И там санкции ведь. Но у нас Качинский, он идет его дорогой. Он идет дорогой тоже Орбана, этого из Венгрии. Но ему не дают. У нас не так легко, потому что мы, Польша принадлежит к Европейскому Союзу, а Европейский Союз, Уния Европейская, он пишет, присылает людей к нам, которые против, говорят, что эти оппозиции имеют, значит, за ними они пишут там в Европе. Но пока они пишут и там напоминают, это ничего. Но если они заберут деньги, которые дает Польша, а давали очень большие деньги. У нас ведь все шоссейные дороги там, все в деревнях тоже
Вот в моей деревне сделали водопровод, газопровод, шоссейную дорогу. Все это наполовину идет за европейские деньги. Крестьяне у нас получают, если он не засеет лес, скажем, так ему дают деньги там на лес. Если вместе там из пахотной земли он превращает ее в лесную, получает деньги. Так что если это отберут эти деньги, это будет большое сопротивление. А как вы считаете вообще, зачем Путину вот поддержка таких партий в Польше? Он его не поддерживает, он официально против. Не, это я понимаю, что официально они против, но они ведут такую же линию. Такую же линию. Значит, где-то корни у них одни и те они же. Просто, они просто не поддерживают Путина, они просто идут его дорогой и хотят захватить власть, полную власть. Хотя у них только было, когда были выборы, у нас 30% только на них голосовало. 30%. Они кричат, что их большинство. Орбан тоже берет деньги от Кремля. Ну вот. А наши не берут. Они берут, да? Нет. Угу. Они против. Они антагонисты. Да. Немножко о предвоенной ситуации в Польше. В начале войны, это второй сюжет, и третий сюжет, советизация вот этих польских территорий Западной Украины. Вы все этому были свидетель. Западной Украины и Белоруссии. Да, ну вот как бы начнем с как бы предвоенной ситуации. Предвоенная ситуация была... Знаете, так, до 26-го года это было, в общем, разные партии там в парламенте даже избивались, там Эндеция хотела прийти к власти, но Пилсудский, он сделал переворот в 1926 году, его партия Санация, он там делал. Он был, можно сказать, диктатором, но он был очень еще мягким диктатором. Там никто не страдал в то время. Они, правда, заложили тоже концентрационный лагерь был такой в Березе Картузской, там на Белоруссии. Послов там даже посадили, но не преследовали людей, там не было такой истории, как в Германии. А потом, когда Гитлер стал все время сильнее, так они сопротивились, ведь Польша одна сопротивилась, правду сказать, потому что он забрал сначала Судеты, да, Судетленд, сначала на Дренью, потом Судеты, потом Чехословакию, да, Австрию присоединил. А потом в марте 1939 года он захотел коридор через Польшу, там в Пруссию. Польша сопротивилась. Наш министр, польский министр иностранных дел Йозеф Бек, который с ним раньше там с Герингом пил вино, ездили даже на уход в Беловежскую пушу, то он первый сказал, что есть какая-то вещь, которую никто, мне, поляки, никогда не продают, это гордость, хонор, да? Честь. Но они сопротивлялись, и тогда, конечно, Гитлер, он думал все время, что он с Польшей пойдет против Советского Союза. Но это не вышло.
Это не вышло. Польша отказалась от этого. И тогда он сделал этот с Гитлером сделку эту, Риббентроп-Молотов. Да, и тогда пошел на войну с Польшей. В Польше сопротивление было, но больше, чем во Франции. Польская армия очень храбро сражалась с немцами. Вот ведь эта ситуация, она как-то нагнеталась постепенно. По мере усиления мощи Германии менялась атмосфера в Польше. Вот вы что-то об этом могли бы рассказать? Ну, немного, потому что я был в школе. Мы, конечно, там имели приспособление военное, но не знали еще, против кого мы пойдем. Ну, в общем, стало очень уже так антинемецкое где-то в марте, в апреле 1939 года. Мы там уже были, собирали деньги, даже еврейские общины собирали деньги на самолеты для польской армии. Немного помогло, конечно, но очень сильные были антинемецкие настроения. И война, но когда советские войска вошли 17 сентября, Красная армия, их принимали сначала очень дружественно. Особенно евреи, особенно молодежь еврейская, которая была там, конечно, думали, что Красная армия пришла укрепить польскую армию. Они не знали, что там есть договор и что будут убивать или брать в плен польских поляков. Но сначала еще ничего не было на Западной Украине. Но началось потом, конечно, эти выборы, которые там все голосовали, чтобы присоединиться к Советскому Союзу. А потом был уже паспортизация. Но самое хуже стало, началось, когда стали вывозить людей. Я как уже то говорил, что были три волны вывозки там людей. И далеко в Сибирь, где-то никто не знал. Ну и поляки, конечно, там сопротивлялись. А НКВД брало людей, вот моих коллег, это были парни лет 16-17, их обвинили в заговор, антисоветский заговор, приговорили к 10 летам, годам ссылки, или там даже 25 лет, и выслали. Если бы не этот договор Сикорский-Майский, они бы там пропали где-то в Сибири. Уже бы не... Так что... А какая причина была этого выселения? Реально причина была, что НКВД хотел уничтожить польскую интеллигенцию. То же самое, что потом сделали. Катыль. Что-то Катыль был. Офицеры, да? Офицеры, 20 тысяч офицеров, которые попали в плен, должны были быть или во флагах, или в сталагах, как у немцев. А они их убили. Они их всех побордовали в Катыни, там, в других местах. Между прочим, там было 800 офицеров-евреев. Эти волны касались не только евреев? Нет. Вообще касались всего. Евреи попадались случайно там. Там не было много. Там были купцы большие, там, банкиры, то другое. Но, в общем, это были поляки. Функционеры и правительства, полицейские, там разные, как это, уже дикие, значит,
которые работали в разных ужендах, в ведомствах, там, староство, ну, воеводство, там разные, военные, да, все это, они их забирали. Это было первое, потом, а потом я вам сказал про беженцев. Расскажите поподробнее о первом дне войны, вот как это все было? Ну какой? 1 сентября. 1 сентября? Мы как раз с сестрой вернулись из летнего отдыха. А мы были на Литве. Приехали последним поездом. Мы были над озером Наруч. Знаете, там такое озеро. Даже смешно, потому что мы ехали в локомотиве. Я напился оливки. Потому что я думал, что это чай. Приехали в Варшаву, уже не могли достать такси, поехали на извозчике домой. Но еще войны не было. Это был 20 августа, конец августа. Но уже была мобилизация, уже было темно вечером. Не зажигали света на улицах. Я рассказывал вам, что я в Саске Богороде сидел с этой девушкой, с Катей. А потом с утром, первое утром, немецкие самолеты уже летели над Варшавой и бросали бомбы. Так что уже началось. Ну и там потом было, конечно, люди прятались и там в подвалах. Я не хотел сходить. Но 7-го я вышел из Варшавы. Так что. А они там оборонялись. Там бы очень много немцев разрушили. И Варшава очень крепко оборонялась. Был наш президент Варшавы, Старжинский, он был командиром, это, там пришла тоже часть армии, и они боролись с немцами. Немцы даже большие потери получили. Только... Из ваших знакомых или соседей под бомбежкой никто не погиб в эти дни? Нет. Но мы... вся моя семья была в Варшаве в то время. Но потом стали их, конечно, убивать там уже, когда гетто сделали, потом поставили стену гетто, поставили уже вахту, стражу, стали вывозить людей в Треблинку. Там их убивали. Но вы когда из Луцка приехали в Варшаву, вот ваш этот приезд, вот какое у вас было впечатление о Варшаве? Ну, в общем, было там очень тихо. Это было первое впечатление. Не было движения на улицах. Раньше было сильное движение. Я там ходил... к этой девушке там на, она жила на улице такой на Повисле. И там не нашел. Потом я тоже ходил еще смотреть других знакомых. Там был мой знакомый, был режиссер, знанный очень режиссер, Йозеф Лейтес. Я дружил с его дочкой. Мы были там. Но то был другой конец города. Это на Мокотове они жили. Я там пошел. Тоже их не было уже. Они убежали, они потом оказались в Америке. Так что у меня было такое впечатление пустки. Как будто много людей
ушел, но, может быть, это не было верное впечатление. Но после этой обороны Варшавы, после как они, как в руинах было много зданий, действительно там вот окошки были заклеены газетами, там, в общем, выглядело то неинтересно. Вы моего отца все погибли. Все погибли. В Холокосте. Да, у мамы было двух братьев. Про одного я рассказал, этот Натан. Один остался в Варшаве, Куба, Якуб, с женой. Погиб, где-то неизвестно. Мама имела несколько сестер. Потом была жена брата тоже. Она стала у них жить. Ее тоже там убили. Сестра еще одна. Там две сестры убежали в Советский Союз. Их ту убили. Сталин их расстрелял в 1937 году. Так что тоже наша семья пострадала. Но отца были три брата. Брат старший был, у него был, он имел магазин на улице Гринчи. Один был, он был, его имя Герман, потом был Хиль. У него были две дочери, как моя сестра в этом возрасте, как я, Мария и Паулина. Тоже их убили. Потом был Леон еще, брат отца. Говорили, что он имел счастье, потому что он сделал самоубийство. Его еще похоронили на кладбище в Варшаве. А его сын убежал в Советский Союз. Иосиф потом был в польской армии. А потом был прокурором, лучше не говорить, тоже на него там пишут. А его сын, значит, он в Варшаве живет, известный врач, специалист, токсиколог, тоже Фельдман. У меня сам Фельдманов немножко. Так что, я не помню, я написал там, что в Холокосте погибло где-то 30 членов семьи, а Сталин убил где-то 20, около 20 членов нашей семьи. А мама? Маму. Маму потом выбросили из нашей квартиры, потому что наша квартира была вне гетто. Была на улице Огородовой. Она осталась, она до сих пор стоит, этот дом. Но он в руине, вообще, там выглядит страшно. Там люди потом другие жили. Ее выбросили, и она стала жить за этой своей, значит, швагеркой, как это говорят, женой брата того, что убежал. Одна сестра убежала тоже в Советский Союз, и она спаслась, она после войны жила в Вроцлаве и забрала нашу эту Надю, которая тут осталась после расстрела своей матери. Я этого не рассказывал, эти истории советских моей семьи. Там их мою тетку расстреляли, одну сослали в Караганду, она 10 лет проработала под землей в шахте. А вы их видели потом?
после того, как они вернулись? Значит, дочку я встретил. Дочка тут устала. Это одна тетя убежала в Советский рай, да, где-то в 20-х годах. Вышла замуж тут за высокого как-то чиновника Коминтерна. В 37-м году ее расстреляли. Она как раз породила ребенка. Ребенок был, ну, грудной ребенок. Она осталась. Мужа арестовали. Мужа потом отпустили уже с чахоткой. Он был... Ничего сделали, осталось. Но этот ребенок остался, грудной ребенок. Ним у нее была такая служонца, как это на русском уборщина, да, работала у них из деревни. Она видела этого ребенка, уже его взяла, стала его ухаживать за ним. Отец вернулся, женился на этой уборщице. Еще успел с ней иметь ребенка, тоже девочку, и умер. А она осталась с двумя девочками, и она уборщица, у ней гроши, у них квартира была такая. Я вам скажу, как я приехал здесь, в Москву, в 56-м году, через Москву ехал. Я их навестил, потому что они жили на Кривоникольском переулке. Не знаю, или вы знаете, где то это было. Где-то от Арбата. Я там их нашел. У ней была квартира, ну, где-то половина этой комнаты такая была. Квартира, она там жила с этой дочкой. А Надю, значит, мою двоюродную сестру, она отдала в польский дом детска. Был так, польский детский дом. Это Союз польских патриотов сделал это. Она потом, моя тетя, которая уцелела тоже в Советском Союзе, Роза, она забрала эту Надю в Польшу, потом Надю взяли, она была в Тимирязевской академии здесь, потом вышла замуж и выехала с мужем в Канаду. А потом забрала даже свою сестру, как сестру Нину, тоже там с мужем в Канаду. Это была та семья мамы, другая сестра Марила, моя мама ее перевела с двумя дочками через Гданьск в Советский Союз. Она тоже хотела в Советский Союз. Коммунисты они были все. В 1937 году ее арестовали. Муж ей где-то пропал. В общем, муж был бунтистом, а она была коммунистом. И остались две дочки. Ее забрали в Караганду, она 10 лет под землей работала в шахте. Потом ее отпустили, после смерти Сталина она вернулась. Ее рехабилитировали, там отдали ей там все там орден. А эти две дочки, одна была в моем возрасте, значит, в 37-м году она имела лет 15. И она осталась другой, ей было 10, она стала воспитывать эту младшую сестру. Но она была очень хорошей. Она успела укончить институт инженеров каких-то. Потом стала даже начальником цеха какого-то. В Челябинске какой-то. Я их не видел, конечно. Но моя двоюродная сестра... как-то в командировке поехала в Челябинск. И там встретилась с ними.
Я потом по телефону с тебе говорю, что мы пробовали позвонить в Челябинск, ничего не вышло, там никто не отвечает. Так что это была та семья. Потом еще была еще младшая сестра Маня с мужем, тоже в Холокосте погибли. А где в Холокосте? Ну, в Варшаве. Да, не, они уехали в Луцк, как-то убежали в Луцк, и там их убили. А мама, что с мамой-то стало? С мамой мы не знаем. Последние вести были, что она живет в этой женой своего брата на улице Новолипе тоже, там, где я родился, ну, в другом доме. Мы встретились с папой на руинах гетто, встретили какие-то две женщины, которые сказали, что они видели маму дороги в Треблинку. Но не знаем ли это, правда или нет. Она там, наверное, работала до кухни, то не знаем, что она, они нам рассказывали, что она работала на кухне, еврейский такой бунт там организовал, кухни. Но точно ничего не известно. Так что мы только знаем, что это семья, ну, конечно, ей мама, значит, моя бабушка, отец. Они были религиозные евреи, конечно, их убили. Братья моего отца и его дети. А что мы нашли? Это интересно. Мы нашли мацеву на кладбище в Варшаве. Мы нашли мацеву моей бабушки. А что это? Знаете, мацева, это еврейский памятник, который стоит на гробе. Плита такая с написом. Это была бабушка, значит, моего отца мама. Да? Дедушку мы не нашли. Может быть, мы найдем когда-то. Но она померла в 1926 году. И эта плита нагробна написана на еврейском и на польском языке. На польском, то интересно. Так что я там сказал, чтобы ее поставить, потому что она была перевернута. Поставили, я сделал фотографии этого. То один член нашей семьи, который там нашелся еще. Книжка это ей заглавие «С Варшавы через Луцк, Сибирь, обратно в Варшаву». И это все то, что я вам рассказал. Но больше, тут еще есть моей жизни в Польше, когда я ходил в школу, там моих коллегах гимназии, то о профессорах разных в городе Луцк, ну и все эти истории, которые я вам рассказал. И она вышла, эта книга вышла на польском языке и на английском языке в Америке, американский. Так и издательство. Вторая книга – это «После войны». Но «После войны» может быть не так интересно. Там пишут больше про мою жену, детей. Ну и третья книга – это «Индо-Китай», 56-й год, когда я 10 месяцев проработал как переводчик для Организации Объединенных Наций, комиссии, мирной комиссии. Индо-Китай, значит, Вьетнам, Лаос и Камбоджа.
Ну, там много фотографий таких, джунглей там разные.